Обратите внимание на графическое исполнение игрушки. То, что мы называем 8 бит по самое здрасте. Алекс Наберюс закидывает полтос на рандомный реквест. Раз, два, три. Так, здравствуйте, друзья. Извините за накладку, YouTube почему-то мне решил сбросить настройки до 720p автоматически, а когда я запустил трансляцию, поменять это уже было нельзя. Всем привет, ребята. Перед тем, как я расскажу, что мы сегодня будем делать, пару слов о происходящем. Ну, по поводу ситуации, происходящей вокруг, все, кто хотел, наверное, уже и так знает, все, кто хочет, тот... Те читают меня в различных соцсетях, смотрели ролик с обращением, бывали на Бусти, в Твиттере, в Телеграм-канале и где угодно. А в остальном, спасибо всем, кто поддерживал словами и рублем после моего обращения. Спасибо вам огромное, это очень круто. Хочу сказать, что пока все в порядке, пока, ну, я имею в виду с каналом, пока работаем, делаем видосы, не теряемся. Телеграм-канал, Яндекс.Дзен, Бусти. Не забывайте, что на Бусти можно подписаться бесплатно. Не все там находят эту кнопку. Сейчас вам даже не подскажу, где она находится сам, потому что я там автор, а не подписываюсь на кого-то еще. Спасибо большое, Сергей. Здравствуй. Коля, привет. От меня и коллеги Артема, любители ретро-игр в Яндексе. Спасибо за творчество. Мы с тобой. Спасибо большое. Спасибо. Если хотите еще поддержать, всегда это можно сделать. Буду вам благодарен. В остальном, ребята, сейчас очень много негатива вокруг. Я, честно, от него очень сильно устал. Я хочу вам напомнить, что канал у меня про видеоигры, и хотелось бы обсуждать здесь именно это. Но, тем не менее, я всегда не против обсуждать самые разные темы. Никогда не накладываю какие-то запреты на обсуждение политики или чего-либо еще. Главное, помните, что негатив сейчас это не то, что нам здесь нужно, а и что происходит. Не дают сказать. Всем хорошего настроения. Николай, спасибо за реквест. Спасибо большое, Коля Сахалин. Так, я все делаю, не переживайте, если что, за все реквесты и прочее. Помните, что мы здесь не за негативом. И у меня чаша переполнилась в последние дни, честно вам скажу. И читать все гадости, происходящие вокруг на любые темы, просто стало невозможно. Поэтому есть модераторы, соблюдайте правила, без оскорблений, по-хорошему. Задавать можно любые вопросы. Если вы поступаете мерзко, вы отлетаете в бан один раз и навсегда. Ну, извините. У меня в названии ошибка. В названии чего у меня ошибка? Хоть бы написал. А, S пропущено. Название стрима. Спасибо. Исправил. Спасибо большое. Но это просто опечатка. Значит, как всегда, сбивает все это. Рад вас видеть. Вас 380. Надеюсь, будет еще больше. Но те, кто пришел к началу стрима, те и будут решать, во что мы сегодня будем играть. Значит, мы сейчас проведем голосование. У меня, в принципе, все рядом. Сейчас у меня не подключена никакая консоль, поэтому, простите, будет еще немножко настроек подключений. Но зато вы сможете выбрать, во что мы сегодня будем играть. Стрим продлится ориентировочно до 22, может быть, чуть раньше закончится. Посмотрим. Но 22 — это край. Что такое Бусти? Бусти — это сервис, на котором можно поддерживать любимых ваших авторов. Любых художников, комиксистов, там, музыкантов или видеоблогеров. Суть в том, что вы оформляете подписку, и каждый месяц с вашей карточки снимается небольшая сумма, будь то 100 рублей, 200 или 1000, если вы хотите. Таким образом, блогер и другие авторы знают, что каждый месяц у него будет определенный уровень поддержки, на который можно опираться. В текущей ситуации, когда все ближе и ближе блокировка YouTube, и она совсем не уже не иллюзорна, это может спасти многих блогеров, включая меня. Все ссылки в описании. Короче, вы сегодня решаете, во что я буду играть. Голосование будет либо одно, либо два, в зависимости от вашего выбора. Сначала мы проголосуем за одну из трех игр.
Где у меня? Голосование. Голосование продлится 3 минуты, чтобы не задерживать. Это 180 секунд. На 180 секунд я ставлю голосование и слушаем внимательно. Оно еще не началось. Я скажу, когда оно начнется. Если вы хотите, чтобы я поиграл в Super Castlevania 4 для Super Nintendo, в чат нужно будет написать цифру 1. Если вы хотите, чтобы я поиграл в Castlevania Chronicles, в одну из ее версий, то цифру 2. Если вы хотите, чтобы мы сегодня весь стрим, я напоминаю, потому что вряд ли я вообще одну из этих игр смогу пройти за это время, но может быть какую-то и смогу. Если Castlevania Bloodlines вы хотите наблюдать ее на своих экранах сегодня вечером, то цифру 3. Водка плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Спасибо огромное. Коль, не читай новости. Ни в каких из них нельзя убедиться и ни на какие из них нельзя повлиять. Голосуй рублем за Чесливаня Черчлев Тимон. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Да, новости сейчас такие. Ребята, я сказал, не пишем, пока я не дам команду, но все-таки этот вентиль сорвался. Я еще не запустил голосование. Еще раз, Castlevania 4 для SNES 1, Castlevania Chronicles 2, Castlevania Bloodlines 3. Вот с этого момента еще раз пишем цифру. Ну, соответственно, спамить цифру нет смысла, засчитывается один голос с каждого никнейма. Спасибо всем, кто посмотрел Extra Life, хочу сказать. Спасибо всем, кто писал там комментарии. Ваша поддержка в виде просмотров, лайков и комментариев очень важна. В данный период времени, конечно же, людям не до развлечений, и статистика всего это падает. Насколько мы с вами знаем, алгоритмы YouTube нещадно относятся к таким вещам. Да, это сейчас не самое важное, что происходит в мире. Однако, честно скажу, ваши просмотры, лайки и подписчики помогают. Не случилось никакого взрыва просмотров, как обычно бывает с Extra Live'ом. Тем не менее, мы держимся, просмотры есть. И это, естественно, влияет на многое. И на мою мотивацию, и на отношение рекламодателей, с которыми нам еще в будущем работать, и многое другое. Думаю, мне не обязательно это все вам объяснять. Чего вы сидите? Идите гуляйте. Алекс Наберюс закидывает соточку на реквест. Отдельная просьба ко всем моим постояльцам стримов, которые я обычно провожу на канале Pixel Devil Stream и на отдельном канале, а не здесь, на Russian Geek. Отдельная просьба, ребят, всем, кто знает, что такое кредиты, уже умеет ими пользоваться. Отдельная просьба. Придержите их до следующего стрима на стрим-канале, потому что здесь уже 500 зрителей, и вы будете очень часто меня отвлекать. Это просто рекомендация и просьба. Я специально сегодня не отключал ни бота, ни кредиты, пускай это все будет, пускай люди видят, как у нас все устроено обычно на стримах. Просто обычно у нас на стримах 100, 150, 200 человек. Сегодня их, я думаю, будет человек 700 раз, уже 500, ну как минимум. Осталось 48 секунд для голосования. Побеждает Bloodlines. На втором месте Chronicles, на третьем Super Castlevania 4. Это приятно видеть, что Castlevania Chronicles вам понравилось, потому что это одна из таких наименее известных, популярных Castlevania. Водка. Вау! Super Nintendo. Спасибо за такую мощную поддержку, Фэт. Пиксел, не раскисай. Главное, чтобы здоровье было, а остальное как-то стабилизируется. Спокойный флоу твоих видосов сильно помог не поехать крышей. Поэтому спасибо от души душевно. Спасибо большое. Это всегда дает сил, когда читаешь такие сообщения. Это здорово знать, что кому-то было хорошо в тот момент, когда было плохо. Итак, все, голосование окончилось. Да, всего разрыв в 10. Кстати, вот Castlevania Bloodlines при определенных условиях, возможно, на изи, возможно, с использованием кодов, потому что там ограниченные продолжения, в отличие от других игр. Возможно, ее-то мы и успеем пройти раньше и зацепить еще одну игру.
И в случае Bloodlines мы устраиваем второе голосование. В случае с Chronicles было голосование играть в оригинал или в PlayStation 1 версию. В случае с Bloodlines второе голосование позволит нам выбрать, играем мы за Джона Морриса. Пишу по памяти, но вроде я помню, как они пишутся. Ири Эрика Лекарде. А теперь тест на внимательность. Давайте в этот раз дадим 5 минут, это 300 секунд. Пока я буду подключать консоль, я не буду выключать камеру, я тут буду бегать, прыгать, ползать, подключать консоль. На изи же игра проходится до конца, она же не обрывается в какой-то момент, по-моему, проходит. Я просто не для выпуска на изи не проходил, на нормале только. Тест на внимательность. Чтобы проголосовать за Джона Морриса, пишем в чат 4, чтобы за Эрика пишем 5. Голосование началось, я пошел подключать консоль. Сейчас я хоть проверю, работает оно. Да, все, пошло. Это вы кладете себе. Спасибо. Мощный выпуск был. Надеюсь на продолжение. Еще охота бы глянуть стрим с той штукой, которая подключает к бактелику. Донат на что хочешь. Желаю всем нам мира. Так, вот бокс, вот картридж. Так. Голосование. Водка. Вернул. Супер Нинтендо. Спасибо огромное, Коля Сахалин. Смотрю твои ролики много лет, Коля. Удивительно. Первый раз вижу стрим. Не думал, что ты стримишь. Видимо, разница часовых поясов. Всем добра. Все будет хорошо, ребята. Все, кто не знает, ребята, я стараюсь стримить по графику 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница в 19:00 на своем 3-м канале Pixel Devil Стримы. Если вдруг YouTube закроется, мы обязательно найдем другую площадку для стримов. К сожалению, это придется сделать. Не теряйтесь. Телеграм-канал. Телеграм-канал. Ссылки в описании. Дальше. Надо настроить картинку. Как вы видите, она парашная, потому что включен режим на фрейммейстере для GameCube. Мы, кстати, сейчас начали на прошлом стриме проходить Super Mario Sunshine для GameCube, поэтому такой режим включен. Может, это кому-то поможет. Блин, вы прям голосуете 50 на 50 вечно. Джон Моррис 110, Эрик 108. Безумие. Сколько? Закончилось голосование? А, нет, еще не закончилось. Сейчас таймер почему-то пропал с
экрана. Но еще 83 секунды, еще все может измениться. Настрою фрейммейстер. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Не знаю, почему он не читает, но спасибо большое Кириллу. У меня столько друзей-айтишников со своими VPN-серверами, что с этим проблем не будет. Спасибо тебе большое, но я если вдруг было проблем не буду с этим испытывать. Все же случится. Могу предоставить тебе доступ к своему личному VPN-серверу, чтобы с хорошей скоростью стабильно можно было им пользоваться и вести 30 канал. Секунд до конца голосования. 30 секунд еще. Не знаю, почему сейчас время не показывается. 30 секунд. 25. Это вы кладете себе в карман. Привет. Удачного стрима и да, может быть, сыграем в часы Ваня Владленис. А мы, собственно, что делаем? Мы этим и занимаемся. Сейчас я обрежу экран правильно. Так, вроде бы все красиво. Итак, голосование закончилось. 130 Эрик, 132 Джон. Но это было мощнейшее рубилово, не расстраивайтесь. Те, чей персонаж не победил. Думаю, сегодня это уж точно не самое важное. Так. Джон Моррисович. Значит, я подумал, не буду я изи выбирать, это тупо неинтересно для меня. Я буду выбирать нормал, но... Ну, естественно, я поставлю 5. Но суть в том, что сложность конкретно этой игры в том, чтобы пройти ее залпом. Вот так вот взять и пройти. Но не то чтобы залпом, в том, чтобы ее просто пройти, ее надо... проходить с минимальными потерями жизни в каждом уровне, что на стриме особенно тяжело. Когда я ее проходил, я перепроходил одни и те же уровни с лучшим результатом, чтобы записать пароль, потому что пароль в этой игре сохраняет количество жизней и контов. Таким образом, просто идя вперед, если вы придете там, к последнему или предпоследнему уровню без контов и без жизней, там вам надо будет на последней там, жизни 2-3 пройти всю игру до конца. Вот в этом основная сложность. Учитывая, что у нас стрим, и он один, это не серия какая-то стримов, да, как обычно у меня на стрим-каналах, то мы вот просто это. В какой-то момент, когда у нас закончатся конты из жизни, это наберем пароль из интернета на тот же уровень, но с контами и с жизнями. Просто, чтобы посмотреть игру, дальше пообщаться. Я вот такое решение принял. Спасибо большое, очень много букв. Так, вроде все хорошо. Изображение вроде четкое, красивое. Фильтр масштабирования отключен. Вроде все красиво, все здорово. Играю, как обычно, на реальной консоли, как и всегда на своих стримах. И сам смотрю в аналоговый монитор, в ПВМ. 654 человека, спасибо, что пришли. Хорошего вам вечера. Джон Моррис. Сейчас буду вспоминать. Эту игру я проходил, кажется, в конце января. Или... Нет, подождите, сейчас март. Ну да. Сейчас будем вспоминать. Голосование было жестким. Голосовал за Морриса, потому что я не знал, что пустом может цепляться к потолку. А, собственно, игра без этого не проходится. Там в какой-то момент это становится обязательным.
Так. Подождите. У меня не работает. Во. Как-то странно, я вставил контроллер до конца, но при этом работала лишь одна кнопка. Кнопка прыжка. Окей. Погнали. Интересно, чем вам эта игра так понравилась больше остальных? Для меня, конечно же, самым большим открытием была контра для Шарпа. Я, конечно же, знал о ее существовании. Я просто очень много лет откладывал ее прохождение. И тут, наконец-то, появился повод. Изображение четкое, красивое. Спасибо, да. Стараемся, РГБ. На моем втором канале я рассказываю, как получить такое изображение с консолей. Кто не знает, это все апскейлеры. Что так подвинул? Ладно. Контра кастлажи. Да, я часто оговариваюсь в жизни. Это моя частая проблема, если кто. Первый раз на стримах. Тут, кстати, лежит книга, о которой я не говорил. Довольно странный пауэрап. Единственное место, по-моему, в игре, где встречается книга, она сразу дает или супер кнут, или копье. Водка. Или определенное количество камней. Я вот сейчас не заметил, сколько. 15, 20, там, 30, что-то такое. Кучу камней. Вот сейчас дало камни. Трейтер, спасибо большое за поддержку. Спасибо. Здесь вот это подземелье какое-то совсем маленькое. Да блин, тебе больше на удар надо, да? Вот это фейл. Ладно, обычно я здесь бегом прохожу, меня бьют, в меня чем-то тыкают, а я просто пру вперед. Сейчас решил повыпендриваться и всех убить. И книги нет на второй раз. Сколько раз я говорил, не надо выпендриваться на стримах. Проходи тем способом, которым привык обычно это делать. Вот. Ой, это. Залез. Это вы кладете себе в карман. Благодарю. Привет, Коля. Паш. Удачного стрима. На канале Pixel Devil Stream истекает моя подписка. И посему я перешел на Boosty. Погнали. И да поможет нам Сережа Супонев с его кровопотеками. На DMC5. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Это вы кладете себе в карман. Киноманы, скоро костылевание на стрим-канале. Интересно, какая часть? Спасибо, вот Пукич. Супер. Вау, Иса. Благодарю. Привет. Хорошего стрима. Если кто-то, ну, как всегда на этом канале, на основном, на Russian Geek, у меня много людей на стримах, те, кто не понимает, что происходит у меня на стримах, если люди кидают донаты, пишут на какую-то игру, это значит, что, вот видите, снизу ползет полоска. Вот сейчас как раз Metroid Fusion. Metroid Fusion на первом месте. Мы закидываем и донаты, и реквесты кредитами. Во всем этом надо разбираться, но это все прикольно и интересно. Мы все это закидываем в кучу и формируем в специальной программе список игр, в которые я следующие играю на стримах. Вот сейчас на первом месте Metroid Fusion. На втором Rise of the Dragon Sega CD. Дальше Toy Jam and Earl in Panic on Funkatron. Все это я закидываю. И какая игра вырывается на первое место, то я играю следующую. Вот сейчас на первое место выбралась Super Mario Sunshine для GameCube. Ее я начал проходить на прошлом стриме. Несколько стримов, теперь я буду в нее играть. Как только закончу, возьму Metroid, если он все еще будет на первом месте на тот момент. Ай-яй.
тут лагает, кстати. Дай боже. Ну отпусти, ну отпусти. Да блин, еще эти стекла. Отвратительно. Отвратительно играю, как обычно на стриме. Сколько у тебя картриджей на Mega Drive Genesis в боксах? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Примерно 27-28, за углом не вижу, может, сколько там может стоять коробочек. Одна, две, три. На Mega Drive, конечно, я всегда старался в коробках собирать игры. В отличие от SNES и NES. Но, конечно, в ближайшее время... Спасибо. В ближайшее время с коллекционированием будет полная жопа. Но это и не главное, на самом деле. Я по поводу таких вещей не слишком переживаю. Гораздо больше переживаю, помимо того, что страдают люди, гораздо больше, если говорить о ретро-гейминге, о моей работе, о создании роликов, я гораздо больше переживаю, куда мы откатываемся. Это вы кладете себе в карман. На Метроид слияние. Я прочитал на Метроид славяне. Спасибо. Гораздо больше переживаю, куда мы откатываемся. Ну, типа, с какому количеству людей будет интересно смотреть мой контент о дорогущих приставках, модах, себе в карман. Подключении по РГБ. На Метроид Фусион. В нашей стране будущего. Спасибо большое, милая овечка, добавляю. В нашей стране будущего, где мало кто сможет себе это позволить. А про ретро Genesis HD, прости господи, я снимать не планирую ролики. Про вот этот трешак, который продается в наших магазинах 1С Интерес или DNS. И... ну, конечно, какая-то ментальная бедность, помимо... экономической, помимо денежной, у нас впереди, и нам с этим, конечно, жить. Даже в разрезе ретро-гейминга. Такой мало кому нужный. Блин, я перевернул эту хрень. Подожди, надо ее теперь обратно бы перевернуть. Она перевернется? А, она не перевернется! Перевернись, хрень! О, перевернулась. Блин, ща-ща-ща-ща. Да блин! Она опять перевернулась. Вот бы мне тут другой... любое другое оружие, кроме святой воды. Страна ждет тебя у станка, все консольки придется продать. Вот, вот таких, как тебя, я бы сразу банил, потому что, ну, чё ты пришел? Это вы, ну, нахрена ты сюда пришел? Позлорадствовать? Ну, я не пойду. Привет, на завод, и... Слава Украине, точка, страшные вещи происходят. И консоли нынче, определенно точка, буду продавать, знаю, когда канал уже будет закрыт, вы об этом не узнаете. Ты просто стал заложником своего места, ужасный талитарий, точка, так что держись, точка, добро победит, а зло будет повержено. Спасибо большое, черный кот, спасибо. Надеюсь, что так и будет. Так, погнали. Плюс одно пивко, Коль. Ай. Дай. Давай. Ну что-то прям... волнуюсь и плохо иду. Как, ну, впрочем, как обычно на стримах. Так, тут мясо сейчас будет. Это приятно. Он даже вот этот кнут сияющий, молниеносный, держит долго в воздухе, если держать кнопку. Кастана Сеги самая красивая. Ну, не знаю. Ты знаешь, Castlevania Chronicles для PlayStation?
тоже очень красивые, но и у всех разные стандарты красоты. Какой-то пиксель-арт имеет много стилей. И у каждого художника можно найти что-то свое. В этом и все великолепие. Вот что здесь делает этот скелет? Динозавр это или дракон? Вся проблема этой игры в том, что хилок в конце не дают. Хилок в конце? Лучше бы здесь конты были бесконечные, как в Костле 4, тогда бы так жопу мне не пришлось напрягать, проходя за двух героев эту игру. Ай. Ай! Я хочу это сделать. Да блин, козлина. Ты тварь, он еще и прыгнул в этот момент. Ладно. Какая костла из Metroid 2 нелюбимая? Dawn of Sorrow для Nintendo DS. У нас в стране почему-то очень несправедливо. Больше всего любят Symphony of the Night. Она прекрасная, но... Николай, последующие 6 игр для портативок, на мой взгляд, интереснее. По крайней мере, многие из них. Мы всегда с тобой. Спасибо за все годы, что был рядом. Спасибо большое за такую внушительную поддержку. Спасибо вам, ребят, не теряйтесь. Реально приятно осознавать, что очень большая часть из вас — это замечательные люди, с которыми у меня сходная точка зрения. И приятно понимать, что из блогера, который делает какой-то странный развлекательный контент в 10-х годах, мне удалось стать тем, ну, чей контент кому-то по-настоящему нужен, кого готовы, если что, поддержать. Для того, чтобы я мог продолжать делать свои видео. То есть, ну, реально, пойти там на работу, чем-то еще заняться, это не проблема. Но вот то, что мое дело и тема ретро-игр так, как я ее преподношу, вам интересна и нужна, это самое приятное. Это вы кладете. Все остальное, это жизнь. Для новеньких, кто не знает, на какую суровая, обычная. Донати на Майкл Джексон Аркадия. Это правильно. Дай бог вам здоровья. Это правильно. Джексон Аркадия. В поддержку реквеста на Майкл Джексон Аркейд я скажу, что это игра, в которую можно было играть втроем на аркадных автоматах. Она ничего общего не имеет с игрой для Sega Mega Drive. И там Майкл Джексон умеет превращаться в большого робота. И, конечно же, все постоянно танцуют. А еще она с видом сверху, возможно, в изометрии. Когда следующий ролик про костлу планируется? Я никогда не знаю дат, лишь всегда могу сказать, что сейчас будет новое голосование на Boosty и на Patreon за тему следующего экстралайва. Люди проголосуют. Там не будет Castlevania, потому что я от каждой темы отдыхаю как минимум один выпуск. И со следующего раза Castlevania будет в голосовании. Как только проголосуют, сразу делаю. Еще вещь, которую хотел сказать на этом стриме. Как и всегда, на этом стриме я хотел собирать средства на покупку реквизита для следующего выпуска на эту же тему, то есть Castlevania. Для следующего выпуска я бы хотел... Это вы кладете себе в карман. Коля, привет. А если это поддаст концы, ты забекапишь нам куда-нибудь стримы с дядей. На данный момент этих стримов у меня на жестких дисках нет, но всегда будет YouTube в доступе в других странах, и мы что-нибудь придумаем. Плюс мне человек обещал помочь со скачкой этих стримов, но я не могу на 100% рассчитывать на это. У тебя когда-нибудь урчал животик, а играл в трехчные кослы? На мой взгляд, для N64 игра хорошая. Авгнах несправедливо обосрал. И еще очень важный вопросик. Озона уважаешь? Уа. Я не играл ни в одну 3D-шную костлу. По-настоящему 3D-шную. Вот это. Делать
цикл выпусков я решил, пройдя Symphony of the Night и 6 Castlevania с GBA и Nintendo DS. Даже в классику я начал играть, делая выпуски. До этого заставить себя не мог. Животик урчал, Озона, конечно, уважаю. Озон, Мэдисон, вот это вот все. Да, Доберман, спасибо большое. Спасибо за хорошие слова. На этом стриме я собирался собирать деньги на став для следующего выпуска про Кастлу. У меня есть Rondo of Blood, вы ее видели на диске. Вот есть на чем в нее играть. Но! Это вы кладете себе в карман. Поддержим, когда колокольчик будет оповещать. Серьезно, первый раз сегодня оповещение пришло о стриме. Ну видишь, это на прощание тебе подарок от Ютуба. Спасибо. Мне нужна была Кастла. Плохо. Невозможно. Спасибо вам огромное. Я готов сколько угодно прерываться на донаты, потому что поддержка сейчас очень важна. Спасибо, Анатолий. Безмолвный. Castle... Короче, для следующего выпуска все игры супер дорогие были, а теперь ультра дорогие. Это Castlevania Symphony of the Night для PlayStation 1. Плюс я по возможности хотел зацепить для Sega Saturn японскую, соответственно, версию Symphony of the Night. Или как она там называется? Акумаджоу Дракула XX. Как-то так. Или просто X. Короче, плюс... Кастлу для SNES, которая вот Castlevania, это... Дракула. Я забыл, это как она называется. Себе в Дракула X, по-моему, она называется. Они там опять, вечер, конечно, намешали, навертели. О, ты сменил минимальную сумму доната. Идешь в ногу с курсом. Да, это инфляция, я считаю. Это не курс доллара, это инфляция. Тебе надо было поиграть в Shadows, когда она вышла. Она лучше многих двачных Castle на Валькирию. Да, я... у меня они даже есть, Lord of Shadows. Это вы кладете. У меня нет еще для Nintendo 64 Castlevania, для PlayStation 2 привет, нет. Привет, как сам? Файтинг для Wii есть. На кого оформил Lord of Shadows есть. Физ или ИП. На ИП я оформил IT-консольщик. Спасибо вам, ребят. Вот. Но! Теперь я не знаю, смогу ли я их приобрести вообще. Я для интереса поискал хотя бы на Авито. Вот на предмет, это... есть ли Castlevania Symphony of the Night для первой PlayStation лицензионной в продаже, ее это нет. Это вы кладете себе в карман. Возможно, я у кого-то из друзей возьму из коллекции. Не надо мне предлагать на почту писать, я и так могу найти у кого-нибудь из друзей. А через отход мы как смотрели его, так и будем смотреть. Ты точно так же сможешь. Слушай, Капрал Капралович, да не буду я удалять YouTube. Ну чего ты паникуешь вечно? Ты же у меня на стримах постоянно. Не паникуй, все хорошо, спасибо тебе. На Сатурн, Ноктюрн в лунном... Да, что-то там такое. Акумаджоу Дракула 3Х, да-да-да. XXX, 18+. Вот. Короче, если вдруг произойдет чудо, и каким-то образом вот, международные связи с нашей страной восстановятся, почтовые и торговые, Коля, я буду покупать эти игры. Я очень хотел их себе в коллекцию. Почтовым четвергом и брикварменом. Оставайся самим собой. На заводе тебя подождут. Переходите на новые ссылки, контакты и новые площадки. Спасибо. Да, действительно, в описании есть все, что нужно. Спасибо за поддержку. Короче, я буду покупать эти игры обязательно. Сколько бы они ни стоили. Пусть я 50 тысяч потрачу на эти три игры. Я буду их покупать ради ценности выпуска. Ради того, чтобы посмотреть, что там внутри, полистать мануалы и прочее, чтобы показать в кадре это все. Ну и, конечно же, я очень хочу их себе в коллекцию. Это вы. Но если себе в карман. Все пойдет по другому сценарию. Коля, а если тебе купить Sharp X68000 и поиграть в Акумаджоу Дракула? А я сейчас про это расскажу. Это. Спасибо. Это вы кладете себе в карман. Будут вызывать в военкомат, и ни в коем случае не ходи эта дорога в один конец. .3 полка курсантов разбили. Слушай, ну это и так всем, кто интересуется происходящим, известно. Много погибло по 20 лет. Точка, всего 14 тысяч убитыми. Вот это. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Лучше отсидеть. Себе в карман. Маленький вклад на большой огонек, на чистое, светлое, нефильтрованное будущее.
Это всегда спасибо. Это вы кладете себе в карман. Я сейчас продолжу мысль и расскажу. Я сдох. Расскажи подробнее. Продолжу мысль, я ее почти закончил. Но если ничего лучше не станет, а все к этому идет, то, к сожалению, в следующих выпусках оригиналов игр не будет. Это вы кладете себе в карман. И будем все показывать картинками. Это грустно и это печально. Особенно пострадают выпуски про консоли. Следующие про PC Engine не пострадают, а дальше уже, конечно, будет полная жопа. А вот и зря, что не посмотрел. А вот и зря. Так, мне надо ответить это про Sharp 68000 и Harmony of Despair. Привет из Украины. Верю, что все будет хорошо. Удачи, и да поможет нам Бог. Да, сил вам. Как сложно стало стримить и делать развлекательный контент, черт возьми. По поводу Sharp 68000, я в конце прошлого года его чуть не купил. Я как раз думал об этом выпуске. И он лежал на Авито за очень хорошую для него сумму. За очень хорошую. У меня дико чесались руки, но у меня был ремонт, денег много уходило и лишних... Я не помню, сколько за него просили. Ну, какие-то там десятки тысяч, грубо говоря, 20-30, что-то такое. Я так облизывался, наверное, недели две на него. Он там лежал, но потом его забрали, и я выдохнул. Я вообще, в принципе, этот комп бы хотел пощупать, но уже в современных реалиях пофигу. Уже не хочу, уже все равно, уже это не главное. Что касается... Так. Произошел отвал стрима. Произошел отвал стрима на секунду буквально. Не знаю, как у вас быстро переподключится. Сейчас чат побежит, и я продолжу отвечать, чтобы быть... Вот, чат побежал. Уверенным, что вы увидите, что я говорю. Castlevania Harmony of Despair. И это, насколько я помню, игра для PlayStation 3, Xbox 360. Вот для тех времен, которые... заключалось в том, чтобы в коопе или онлайн играть толпой персонажей и выполнять определенные задачи на одном большом уровне, параллельно или делясь, ну, делясь, параллельно делясь на команды или вместе толпой и побеждать боссов. Выглядело очень кайфово, пару раз играл, но очень для меня был высокий порог входа, потому что всегда было так, что люди все знали уровень очень хорошо, играли слаженно, а я не знал, куда идти, путался. И мне всегда было очень стыдно подводить команду. Из-за этого, к сожалению, много в нее не поиграл, но концепт мне очень нравился, клевая штука. Жалко, ну, блин, я был бы рад, если бы когда-нибудь ее перевыпустили или позволили еще поиграть в онлайне. С какой суммы показываются донаты? 100 рублей. Так, вот здесь надо очень аккуратно, потому что если затянуть, он зальет тебя водой и трындец. Вот это вы кладете себе в карман. Всем, кто любит детей, донати на Майкл Джексон Аркаде. Нет, нельзя такие, нельзя такие донаты писать. Нельзя такие шутки шутить. Про такое не шутят, это ужасно. Закинул. Привет из Екатеринбурга. Вот привет, Екатеринбург. Кровоподтеки. Это вы кладете себе в карман. Этот стрим был прерван на выступление Газманова, а я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибоя за собой уведу. Мы определенно запомним это время, ребята. Я буду внукам рассказывать.
про ваши комментарии на моих стримах в этот период истории нашей страны. Блин, жизни маловато. Сейчас, по-моему, второй тут будет, да? Вот это. Это вы кладете себе в карман. Играл лет 10 назад в Down of Throw. Начало показалось интересным, наполненным контентом, а после как-то все скатывается, локации какие-то невыразительными становятся, и как-то скучно. Так жаря. Ну я, честно говоря, уже лет 10-12 назад играл в нее, и хочется восполнить свои воспоминания, потому что ну, на тот момент она меня адски впечатлила. Так, в ХОД онлайн до сих пор работает. Я пару лет назад ради прикола включил 5 человек, набралось по миру. Но это 5 лет назад... Ой, пару лет назад он работал. А сейчас, по-моему, уже нет, потому что мне на стримы даже приходил специальный человек и писал: «Коля, там осталось 10 дней, неделя, 5 дней, 2 дня». Что-то такое. Чтобы поиграть в эту костлу, Коля. Но я не поиграл. Водка плохо. Спасибо огромное. Хорошо. Сейчас будет. Николай, запиши еще ролик фастом. Просто со всеми ссылками и контактами. Все проговори. Люди не всегда идут в описание. Я знаю, но я не буду записывать второй ролик. Я считаю, что есть сознательная аудитория и бессознательная. И сознательной аудитории все понятно еще на моменте, когда они увидели превью. Среди остальных не так много людей осталось, кто запарится, чтобы куда-то переходить, что-то делать подобное. Блин, мне бы сейчас донести вот эту... не донес. Суперудар я имел в виду до босса, и было бы прекрасно, потому что там босс идеальный под это дело. А тут же еще большущая секция. Будет ли тут миско? Да, сейчас бы жизнь донести. Но с другой стороны, есть еще одна жизнь. На этот уровень должна хватить. Дальше можно, если что, просирать конт и двигаться дальше. Водка. Плохо. Супер Нинтендо. Спасибо огромное. На поддержку культурно значимого канала. Спасибо тебе большое. Бэм. Некоторые звуки такие на Мегадрайве, как будто, я не знаю, пружины какие-то оттягивают. Блин, ну зачем я? Вот святую воду-то не надо было брать под этого босса. Но до него еще надо дойти, да. Да, ребят, кто не слышал мое обращение в начале стрима, давайте без негатива. Мы сегодня, правда, нещадно баним за это. Баним один раз и навсегда. Вы больше сил потратите, написывая злые комментарии, чем мы, нажав одну кнопку, после которой вы потеряете возможность писать комментарии. И мы никого не будем разбанивать и все такое. Приходите, пожалуйста, на подобные мероприятия, как этот стрим, за хорошими эмоциями. А если приходите за чем-то другим, то не понимаю, для чего вам это. Это что, я никогда раньше стримов на этом канале не видел? Это как так?
Ну, значит, неплохо следил. Значит, может быть, у тебя каша в подписках, или ты редко открываешь YouTube, или что-то такое. У нас уже давно традиция. После экстралайва устраивать тематический стрим, отвечать на вопросы и собирать пожертвования на... Обычно это было на реквизит для следующего выпуска по этой же теме. Это... Сейчас было опасно, потому что здесь одно падение вниз и конец. Это вы кладете себе в карман. Жаль, Моргенштерн съел не того деда. Спасибо за поддержку. Тут, кстати, в этой игре еще есть специальная свеча для... Вот это я вдвойне сейчас чуть не облажался. Специальная свеча... Для получения оружия. Она одинарная и толстая, а не двойная и тонкая. Вот тут надо проскочить между пацанов, а то они тут быкуют. По идее, я должен затащить, потому что это легкий босс, особенно с топором. Водка плохо. Благодарю, Димарт, спасибо. Коля, запиши короткий ролик 3 минуты. Поверь, это работает на пассивную аудиторию. Они хоть поймут, куда и как переходить. Это важно. Я тоже пассивка. Я знаю. Нет подписки, но доначу по 5к. Мы я знаю, такие. Спасибо большое за переживания по поводу всего этого, но у меня большой опыт, и я для себя умею сам принимать подобные решения, я уже принял. Более того, ролик с обращением, который сейчас лежит, я удалю. В понедельник удалю его и удалю вот этот стрим, и перезалью его на канал со стримами. Когда будем смотреть ТВ-90-х, а то Game Power забирает твой хлеб прямо изо рта. У меня нет цели смотреть ТВ-90-х. У меня есть цель на стримах заниматься тем, что мне нравится. У меня есть цикл просмотров передач про игры из 90-х. Просмотр Дэнди «Новая реальность» с Супониум. Но это потому, что я хотел этим заниматься. Но я не хочу смотреть ТВ-90-х просто, чтобы заработать деньги или что-то такое. Сейчас я себе яркости подкручу. Да блин. Охо-хо-хо-хо. У него тут так эффектно разлетается башка. Кстати, Яндекс.Дзен, который я открыл, там сейчас довольно прикольный ламповый, потому что я перезаливаю все геймшелфы и буду перезаливать все ролики, связанные с видеоиграми. За редкими исключениями роликов, которые сейчас просто не актуальны и не нужны. И там довольно лампово. Все смотрят первые геймшелфы, залиты уже около 10 первых выпусков, может даже 12, что-то около того. Каждый день по 3 я заливаю, на выходных по 2 будет выходить. Прикольно смотреть их по порядку, обсуждать с людьми, которых тоже смотрят сейчас по порядку. Так что не упустите такую возможность, если вам это интересно. Погнали в Италию. Крыс этих летающих валить. Вот это.
От летающих врагов с помощью Джона убивать одно удовольствие, потому что он в прыжке именно бьет. Он не умеет с места кнутом бить по диагонали, а в прыжке это идеально. А у Эрика, по-моему, наоборот, он только с места умеет, а в прыжке не умеет. Точка дефолт для РФ обеспечен в ближайшие полторы недели. Точка РФ почти банкрот. Точка я тебе заранее говорю, какое положение дел. Точка береги себя. За донат спасибо, а в остальном я даже не знаю, как бы мы без тебя справились. Мы, конечно, живем без информации и ничем не интересуемся. Давайте без всего этого. Это все бессмысленные вещи, не подтвержденные ничем, и лишний повод для беспокойства, который абсолютно не беспочвенный, но при этом совершенно не нужен нам здесь, на этом нашем стриме. Правда? Даже за донаты. Отлично, снял. Эх, думал задеть ее как раз на обратном пути бумерангом. А, пошли вы. Коля, когда первый раз играл в эту игру, я дошел до уровня, где изображение сломано. Я 10 раз перекачивал образы с разных сайтов. Думаю, что образ битый. Вот он в чем минус игры на эмуляторах. Перекачивал он. Так, вот здесь я прохожу обычно вот так. Очень часто прокатывает. Так, кто у нас тут вообще босс-то? А, ну сейчас будет потеря конта. Бам! Я недавно на Дзен написал письмо с критикой интерфейса их плеера. Кнопки назад нет, задержка отображения элементов интерфейса. Короче, занудно. Все с ними обсудил, обещали прислушаться. Да, обычно в таких проектах как раз работают ребята, которые слушают критику на самом деле. Так, идите вы нафиг, вас тут что-то так много. Да блин, тварь. Водка плохо. Смотрел Кослот Netflix. Хорошо. Я два сезона посмотрел и кончился на этом моменте. Слишком много болтовни, слишком это мало дела. Это просто история. Без отношения. Твой след, так сказать. Тут нет ничего зазорного. Бессмысленные вещи. Доделай ремонт. Это жопа несусветная. А также это куча личной информации, которую я не хочу, чтобы лежала на моем канале вечно. Извини. Спасибо за поддержку. Помню, ты собирал разный став для Famicom. Сколько процентов соотношений собрал аксессуаров? Привет, Сережа. Это следующему комментатору. Я думаю, я процентов 90 собрал. Осталось самое редкое. Но уже более полугода я не собирал ничего нового. Кто там налил? Всем. Портвейн папа.
Спасибо за демонстрацию функционала наших стримов. Вдруг кто-нибудь придет на стрим-канал, скажет: «О, вот, вот такие стримы я хочу смотреть!» И придет. В общем, была у меня мечта собрать все аксессуары для Famicom, все виды консолей. И сделать с этим кое-что классное для нашей российской аудитории. Сделать некую... некое в кое-каком виде собрание всего этого. Но сначала ковид, потом ремонт, а теперь определенные военные действия. Все запоганили, честное слово. Не знаю, посмотрим, подождем до лучших времен. Ну ладно, да в целом ты, как бы, может, я уже и не захочу этим заниматься. Что такое деньги? Понеслась. Что такое деньги? Кто так любит битва? Что такое деньги? Сейчас люди, все, люди уже отписались обратно от стрим-канала. Такие: «Не, ну это уже балаган какой-то». На самом деле вот эти функции, которые сейчас ребята тестят, они стоят, ну, довольно много кредитов. И люди редко их применяют на стримах. Еще у них есть тайм-аут, их нельзя бесконечно спамить. Вот что это такое. Хотел открыть антимузей. Нет, не музей. Я контент люблю делать. Просто не факт, что этот контент был бы видео. А может и видео. А может и не видео. Пока все лежит, а там посмотрим. Сейчас бы миска. Хотя там до этой горгули еще переться долго. Я сейчас еще жизнь точно потеряю. Тем более, что вот эти ребята, об них не задамажиться. Это надо суметь. Они по-разному себя ведут. Ты хоть задонатил Санбой за его песню? Да-да-да, я когда сделал тот выпуск... Он пришел ко мне куда-то, то ли ВКонтакте, то ли еще куда-то, и написал свое вот это стандартное сообщение: «Помогите пророку Санбою, скиньте хотя бы на Сиге». И скинул там свои реквизиты. Я, в общем, скинул ему сообщением пророку Санбою за лицензирование трека и на Сиге. Тихо, 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 тихо. Будешь делать обзор на Mega Man 9, 10 или уже на X-Series? Да, 9, 10, 11 остались. Как раз для одного ролика. Если Capcom к этому времени не успеет еще один Mega Man выпустить. У меня все по-прежнему, все по-прежнему. Одна из благодарностей патронам и бустерам, тем, кто спонсирует канал на Бусти и Патреоне, от определенной там цифры, эквивалентной $10. На Патреоне просто в долларах донаты были. Ну и есть, просто Патреон уже не актуален, по сути. Не суть. Короче, вы поняли. Вот от этой цифры люди могут участвовать в голосовании. Вот сейчас вышел Extra Life, сейчас будет голосование. Я, кстати, сегодня хотел сделать и забыл. Ну, не то чтобы забыл, у меня я опять не успел даже к этой мысли прийти, потому что весь день был чем-то занят по каналу. Вот. Будет что-то, я как-то не связано, да, и запутанно общаюсь, как будто я сумасшедший немножко. Кукух немного съезжает, извините. Ввиду последних событий. Вы видели это дерьмо? Это подлость со стороны игры, я считаю. Короче, будет голосование. Опять это проходить. Будет голосование. Спонсоры проголосуют. В голосовании всегда какой-нибудь выпуск про консоль. Сейчас набран реквизит для истории PC Engine. Все консоли собраны, все их виды. Костла в этом месяце не будет на голосование, как я и говорил, один месяц всегда беру перерыв от темы. Не один месяц, я хотел сказать, а один выпуск, конечно же. Будет следующий выпуск про Мегамена,
голосовании. Это 9, 10, 11 часть. Будет следующий выпуск в серии Tony Hawk's Pro Skater. Мы решили вернуть эту тему. Если проголосуют, это будет третья, четвертая часть и их вариации. Также там есть история серии Кунио-кун. С недавних тоже, можно сказать, времен. Да ёб твою! Как вы меня достали? Дайте до следующего экрана просто дойти, там будет чекпоинт. Я помню, должен быть еще перед боссом. Вот как. Плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. За это тебя любят. Личную информацию. Валя, Муравьев, Жара, Кропы и т.д. Не обессудь, ты влился в сети, это тебя не опустит. Ты делаешь огромную работу. Но это не все. Будь ближе. Будь живым. Я знаю, но... Маленький закомплексованный ребенок, который живет внутри меня, тоже накладывает свои особенности, понимаешь? И избавиться от него не так уж и просто, к сожалению. Сейчас я вспомню. Ага, вот так он делает. Потом вот так он делает. Ай! Все, я вспомнил, как он делает. Потом он будет делать иначе. Да, вот так. Я просто думал, он позже начнет. Здорово, Антон. Как переезд? Да черт его знает. Сложно что-то сказать, честное слово. А мне вот с таким хлыстом, да, сейчас. Ну, вроде на Дзене как-то смотрит. Сейчас подключил монетизацию. Не надеясь на какой-то там заработок, но вдруг мало ли что. Заливка видео с самого первого на моем канале по 3 штуки в день. Многим зрителям нравится. Кайфово ностальгировать по моим же видосам. Ну, тварь, ты тварь! Это вообще легкий босс, кстати. Так, вот сейчас будет интересно. Это тоже легкая очень часть. Главное не тупить. Водка. Плохо. Супер. Ну блин. Хорошо. Я подзабыл. Спасибо, Коля. Благодаря тебе людям с патрон-чата можно как-то абстрагироваться от всего этого и не поехать кукухой. Спасибо большое за такую внушительную поддержку от тебя. Спасибо. Я вот тоже сливаю как раз очень сюрреалистичные ситуации. Ты стримы куда перенесешь? Ну, одно из двух, как мне кажется. Либо Трова, который я вообще еще не смотрел, либо Бусти. Мне нравится идея, что на Бусти можно подключить все. Потому что Бусти и Donation Alerts — это одна компания. Они работают вместе. Это прикольно. Можно стримить на Бусти. Там же спонсорка. Там же для спонсоров на Boosty можно делать какие-то плюшки. Пока мне идея стримов на Boosty нравится больше. Но решу я, когда попробую обе эти площадки и пойму, где и насколько все криво. Потому что очевидно, что и там все будет криво. Вот сейчас бы я упал, и все.
самое главное не потерять эту вот... Как это назвать-то? Флоу такой на этом боссе. И четко ему вмазывать, уворачиваясь одновременно от атак. И не упасть нахрен вниз. Но это... Да блин, опять одну. Весь уровень заново. Трово сейчас активно зазывает народ и простили условия для монетизации ТД. Вась Русяев пробует, сейчас очень хвалит. Как вариант, можно на обе, если останется какой-нибудь сервис с рестримов. Как вариант, и через какое-то время уже посмотреть... Вот сейчас почему-то... Он начал по-другому стрелять, что невозможно было вписываться в этот паттерн. Да блин. А почему, кстати... Я не начал с конта, с начала уровня. Ладно, это хорошо, что я не начал. Еще одна попыточка, по сути. Все. Или здесь... А, у меня 4 жизни. Значит, я начал с конта и начал отсюда. О, как-то это... Теряюсь я. Извините. Переживаю. Стрим. 600 человек смотрят. Это коста на оригинальном железе или сбор? На оригинальном железе, на оригинальной консоли. Вот контроллер Mega Drive. Будет история серии Metroid. Нет, честно говоря, не планирую. У Васи Русяева на канале Stop Game выходят замечательные ролики про историю Metroid. После них можно тему считать закрытой, я считаю. Смотрите на Stop Game историю Metroid, она замечательная. Вот и экран с паролем. Это не имеет смысла, я рассказывал сегодня на стриме, почему. Тут лучше тоже не тормозить, иначе загасит. Ты куда зацепился-то? Ай. А вот здесь сейчас можно будет жизнь, кстати, взять. Попробуем. Из башки вылезает второй скелет. Представляете? Вот туда, вот короче, так. Наверх он будет залезать. Это Nintendo. Хорошо. Твоему ребенку уже 9 лет, и он скоро закончит начальную школу. Стань самим собой. Николай Губанов, твори, что ты хочешь. Именно. Чтобы быть самим собой и творить то, что я хочу, я и не буду идти на поводу всего, что ты говоришь. Понимаешь, в этом-то и смысл. Не переживай, все будет хорошо. Вот сюда. Вот здесь, на самом деле, вот этот прыжок на канате, на хлысте, не такой сложный, как вот этот прыжок. Вот тут надо прям в последней тютельке прыгать. И вот здесь будет всякое и жизнь. Всего я в этой игре нашел 2 места, где жизнь можно выбить, по-моему. Что за мем про ребенка? Это не мем, это на предыдущий донат я отвечал ему. Киноман первую кослу запускает на Advantage Challenge. А, опять NES-овскую, фамикомовскую, но на контроллере NES Advantage, да?
А вот здесь мясо, которое обычно нафиг не нужно. Ай. Музыка в этом уровне кофешная, конечно. Да, хорошая, хорошая в этом уровне музыка. Привет, Коля. Привет, Sonic Fan. Ать, ать. Иди нахрен. О, что дали? Блин, вот тут с поршнем было какое-то место. С поршнями. Запарное. Кстати, вот это место очень бедно по графике выглядит, в отличие от остальной игры. Чтобы не зажало, короче, какое-то место. Опасное. Я вот даже не знаю, уже прошел я его сейчас или оно еще будет. А, вот оно, вот оно. Да-да-да-да-да. Так, сейчас еще будет этот. О, да я не донесу. Нате, запустил чисто это, попользоваться, знаете, пока не ударили. Обидно, что любой удар ее снимает. Но до боссов, конечно. Че ты стоишь? Стоит, главное, даже не бьет. Есть. Попал в медузу-то. Бумерангом. Да блин! Пытался избежать. Водка. Лестница это. Супер Нинтендо. Хорошо. Держись. Прорвемся. Взгляды разные, но увлечение общее. Наши Нинкварчи 3. Это хорошо. Это хорошо, когда общие увлечения, точнее, разные взгляды, я хотел сказать, не мешают общим вот увлечениям. Это. Спасибо тебе большое, Shining Force 3, закинуто. Это вы кладете себе в карман. Коля, привет. Благодарю тебя за счастливое детство, за программу Бричкорм. Пересматриваю до сих пор. Хотелось бы возвращения чего-то такого, но я так думаю, не дождусь и жаль. В любом случае, спасибо. Да, конечно, это уже вот невозможно, само собой. Супер Нинтендо. Спасибо большое тебе за поддержку. Хорошие обзоры по ретро-приставкам. Можно сказать лучшее. Николай, спасибо тебе. Спасибо. Хочется сохранить историю видеороликов для нынешних и для будущих поколений, так чтобы люди могли узнать и понять, как это было. Потому что следующие поколения уже с трудом смогут, даже пощупав эти консоли, оценить, чем это было тогда. 80-е, 90-е, в 2000-е. Так, вот здесь тоже будет какая-то запарка. А, вот этот челик. Его лучше сразу порешать, я помню. Потому что на этих крючках с ним будет гораздо сложнее иметь дело. И второй челик. Да что ж ты такой живучий-то? А здесь что? А, здесь ничего. Спасибо за ничего. Ай-яй. Вот тут сейчас будет такая тема. Ай-яй-яй. А дальше паттерн у него меняется. Ну, его можно быстро замахать, но было мало. Блин, Стив Джобс, я тебя и на этом канале забанил. Тупо даже уже без объяснения причин. Надоело лоб разбивать.
с таким коротким хлыстом много дел мы не наделаем. Твою мать, вот с этим мне идти на Франкенштейна. Кстати, правильно говорить, монстр Франкенштейн, но в этой игре, в Castlevania, он чаще всего Франкенштейн. Возможно, кстати, эта игра и послужила тем, что многие люди тоже путают монстра Франкенштейна и доктора Франкенштейна. Можно, да, можно, можно. Еще одно сообщение, от которого Лиза YouTube Pokédex разбивает себе лоб. И можно. Тяжело жить с коротким хвостом, это правда. С лайв-канала на второе зеркало будут ролики перезаряться. Нет, на тот же канал на Яндекс.Дзене. Ай, ну вот опять полез. А вот это, кстати, интересная тактика. Я даже от него дамаг не получил. Хотя Джон половиной тела стоял во Франкенштейне. Ой, вот эти дурацкие штучки. Но прикольные. Это, кстати, я так понимаю, даже не спрайт. Это просто серая область и круги. Вот это. Вращай. И оно как-то на программном уровне. То есть это даже... Это вы кладете. Скорее всего, нет такого спрайта, который здесь крутится. На Бусти сейчас 853 платных подписчика. Рибза, давайте добьем до 1000. Нужно всего 150 человек. А нас тут 600 человек сейчас смотрит. Спасибо, Гнус, 78. Это было бы сверх круто, если честно. Но вы хотя бы бесплатно подписывайтесь на Бусти, чтобы не потеряться. Над про трова не думал, думал. Ребят, все очень просто. Подписка на Бусти бесплатно там можно. Там не просто найти кнопочку, но можно бесплатно. И следить как за блогом, за текстом. И Телеграм. Все, не потеряемся. А все остальные вопросы будем решать по мере поступления задач. Смотрел на работе блоги, где-то ходил и собирал покемонов на улице. Лампа вышла все-таки. Ну, вы, конечно, вспоминаете контент древних времен. Кнопочка в левом верхнем углу на айвит человечек с плюсиком. Во, спасибо большое. На Бусти, на аватаре кнопочка в левом верхнем углу. Хотел прочитать твой ник, поблагодарив, но что? Заебело Z? А, еще же эта секция, я уже думал, уже босс. Очень атмосферно. Вот это здание мне почему-то напоминает... Мстители Эру Альтрона, когда в начале... Там вот этот брат и сестра, ртуть и алая ведьма, где-то там... В экспериментальных немецких, по-моему... учреждениях находится. Почему-то очень похоже, на мой взгляд. У меня просто еще набор Лего был по мотивам этого фильма и этой сцены в начале фильма, где они бегут. Ну и, конечно, висящие шестеренки и перекладины просто в воздухе — это топич. Лучшее вообще, что можно было придумать.
Вы этого не видели. Очень короткий кнут. Джон. Джонни. С таким кнутом нам никто не даст. Надо три раза успеть ударить до того, как он начнет опять своей булавой мотать. Да дайте уже хвост, хотел сказать. Кнут увеличить. Ну, красиво же сейчас было. Так, у меня 7 ударов бумерангом. Сейчас будет босс. Не очень сложный, но тоже с непривычки может взорвать жопу. Где тебя искать, если правда YouTube грохнут? Где твои видео смотреть? Но это же не сложно, ребята. Можно посмотреть мое видеообращение на этом канале. Можно открыть описание и посмотреть на ссылки. Вот это. Можно зайти в мои социальные сети, где это каждый блогер общается на более волнующие это вопросы. Это последний мой донат тебе, потому что платить 100 рублей уже не по карману. Приятно было смотреть твои ролики и наблюдать за развитием твоего творчества. Прощай. Донат на Казиан Туилт Маскс. А чё сразу прощай-то? Как будто меня только можно за деньги смотреть. Нет, ни в коем случае. Если у вас какая-то проблема, так решайте ее в первую очередь. Налаживайте свою жизнь. И самое главное, чтобы с вами было все хорошо. А контент, он как был бесплатный, так и останется бесплатным. В этой игре боссы в основном несложные. Главное просто не слезать с них. В редкой костле боссы убиваются спамом атак, но в этой именно так и происходит. Я к тому, что донатить по 100 рублей за раз, это дорого для меня. А, хорошо. Где какая часть из Castlevania из 16-битных по душе? Мне, честно говоря, все по душе, которые я перечислил. Кстати, Castlevania Rondo of Blood, она же тоже 16-битная. То есть их всего 4. А если разделить Chronicles и Castle для Sharp X68000, то их 5. И они мне правда все нравятся. Но, наверное, самая крутая из них, конечно, Rondo of Blood. Мне кажется, это будет даже объективно. Cuphead, да, проходил. Проходил даже с женой вдвоем в коопе. Как замок Дракулы в Японии вписывается в общий сюжет? Так он не в Японии, он в Валахии. Это область в Румынии.
Так, у нас 5 уровень из 6. Вряд ли я пройду игру без пароля из интернета. Ну, я объяснял в начале стрима. Пароли сохраняют конты. Но вроде у меня даже еще один конт есть. Да блин! Я перепутал C и A. И потратил драгоценные вещи. Тут как раз нужна вода. Почаще стрим делай. Ребята, канал Pixel Devil Стримы. В описании есть ссылка. Постоянно вам о нем говорю. Постоянно напоминаю. Pixel Devil Стримы. Наберите в поиске или просто перейдите по ссылке в описании. Где-то там пониже она есть. Я стримлю 3 раза в неделю. Каждую неделю. Самые разные игры на разных платформах. Заходите. Этот канал, тот канал только для стримов. И там... Не как сейчас 500, 600, 700 человек меня смотрят. А как здесь проходить? А 150-200 онлайна, я постоянно читаю чат. Шансов, что я прочитаю ваше сообщение, в десятки раз больше. На экране гораздо меньше оповещений и все такое. Приходите. Очень странная штука. Травишка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень плохо. Эти ребята неприятные, но как раз самые неприятные — это именно тот. Потому что другие... От других можно спрятаться, хотел сказать я, и в этот момент как раз и получил. Тут тайминг очень суровый, но безопасно. Во. Это чат анимешников, как пропачить КДЕ под FreeBSD. Это у меня в Patreon Boosty чате как раз такие анимешники, которые про FreeBSD. Пройди Акумаджоу, Дракула, Чино, Рондо, Кослования, Рондо, Оф Блад, ПЖ, заметь. Заметил. Пройду обязательно к следующему выпуску. На данный момент я проходил только ее ремейк для PSP целиком. К следующему выпуску Extra Life обязательно пройду ее на самые разные... По самым разным маршрутам за обоих героев. Кстати, их здесь этими люстрами можно убивать, если подманить правильно. Это... Уровень, где как раз босс будет мотылек, да? А, здесь такая тварина босс. Я к нему так долго искал тактику, господи, я ее не помню. Сейчас будем искать заново. Бро, подписался на Boosty, на тебя. Спасибо за контент, приятно смотреть. Удачи тебе в этом твоем деле. Спасибо большое. А там таких анимешников много в чате Патреона. Хорошая реклама для чатика, надо будет заглянуть. Но там в основном одни программисты, сисадмины, сетевых дел мастера и прочие анимешники. Thank you.
Зачем штука здесь? Так. Ты чё повернулся? А чё он повернулся? Они же не должны, по-моему, поворачиваться, пока не ударишь никого. Тварь. Надо было кнутом. Ты будешь стримить на Pixel Devil стримы, и там ты будешь проходить Акумаджо Дракула, Чино Рондо, Кослуани Рондо, Оф Блад. Только вопросительный знак может дать мне понять, что ты задал вопрос, а не сделал странное утверждение. Еще правильная расстановка слов даст мне понять, в чем смысл этого вопроса. Я не только к этому придираюсь, я вообще не понимаю, о чем ты. Честно слово, клянусь тебе. Очень все плохо. Очень все дурно. И уходи! Вот это сложная часть игры. На самом деле не слишком, честно скажу вам, сложная. Когда ты проходил игру вчера, но вообще я бы сказал, не сложная. А когда позавчера, уже, конечно, тут уже, конечно, у кого какая память, у меня хреновая. Все, пока. Пока. Класс. Что-то у меня, по моим воспоминаниям, это место было супер легкое. Сейчас они как-то себя ведут странно. Тебе Морис больше, чем Эрик нравится? Мне оба нравятся. Мне нравятся и... Я, в принципе, обожаю игры, сделанные так, чтобы их можно было проходить за разных персонажей с разным набором игровых механик. Потому что это всегда гораздо больший труд сделать уровень, проходимый вот такими разными героями. И я это обожаю. Поэтому я не делю, как обычно, персонажей. Я люблю вот пройти и одним, и вторым в таких случаях. Вот тут я ни разу не долетал. Вот до сюда долетал. Тварь, сволочь, мразь. Вот это. Я же этот уровень заново еще начну. Это вы кладете себе в карман. Привет, Коля. Я первый раз смотрю Кослу. Удачного стрима. Спасибо тебе большое за поддержку. Благодарю. Надеюсь, нравится. Ну что, вот это что было? Ведь нельзя провиснуть. Какой твой любимый персонаж из Стильвани? А черт его знает, кстати. Наверное, это... Как ее зовут? Как же ее зовут-то? Я забыл. Сейчас. Черт, вылетело из головы.
Суккуб, которая. Во, я вспомнил. Она была в этом ролике. Подождите, а если вот так спамить? Ну, ничего прикольного не получается. Я понимаю, что ты в прикол спросил, но я же решил ответить, чтобы заставить вас еще гуглить мясо. Варри, вы меня обманули. Я повелся на мясо. Сам теперь отбежал вообще чуть ли не до начала уровня. Зато еще раз могу пробовать долететь. Уже половины здоровья нет. И 0 хп. Ну вот, и все. Короче, ни разу до туда не долетал. Дашь мясо? Дашь. Забаговал, несите нового. Причем в Castlevania, в хронике Castlevania у тебя Castlevania 4 выходит из версии для MSX на NES. Потому что я объяснял в первом выпуске, что Castlevania 1 для Famicom и для MSX — это две неразделимые части, которые каждая не лучше и не хуже другой и не главнее из них. Они две разные игры, которые на самом деле одна игра. И это общее, единое целое. Поэтому там раздваивается штука на две. И потом вот от этого сердца из двух игр в разные части исходят лучи вокруг, везде. Они обе родоначальники всего. И я понимаю вопрос, потому что все будущие ремейки похожи на NES-овскую игру. Но имейте совесть, на моем холсте, на котором я рисую хронологии, не так много места. И в конце концов в этих ремейках чаще всего взяты лишь основные механики и сюжет. Конечно, у них больше общего с NES-овской игрой, но немало и с MSX-овской. Ах ты тварь. Что-то я про твое существование вообще забыл, бро. Ноль жизни. Кстати, Коль, не пропадай, я тебя 3 года смотрю, как Оседова у него как-то в рекомендованных твой канал был. Когда видео про Streets of Rage 2 посмотреть можно будет, к сожалению, только на следующей неделе. Завишу от рекламодателя. Сейчас времена нелегкие. У всех 7 пятниц на неделе. Я на нервах. Делаю, что могу. Не ожидал я, что ты так быстро ты в своих ударах. Но есть еще один конт у меня. По-братски. Нету. Ноу. Этих лис обоих можно банить. Одного за лозунг, второго за спам. Так. Уроли. Водка. Плохо. Супер Нинтендо. Спасибо большое, Вадим. Привет, Коля. Спасибо за классные ролики. Донат на Heart of Darkness. Heart of Darkness. Закинуто. Спасибо большое. Так, нашел пароли, где еще больше жизни. Чтобы не тянуть время, наберу его.
посмотрим игру до конца. Вы и так уже увидели, докуда я дошел с первой попытки, не переигрывая уровни ради лучших результатов. Так, что так мелко? Что там, топор? Жизнь, да. Так, погнали. В темпе. Уже с выученным опытом. Опять микрокнут. Если попадает пыльца, то вперед и назад меняются местами. Да, 9 жизней, я же вам говорю, первые попавшиеся пароли оказались почему-то на 9 жизней. Ну и быстрее пройдем, и еще, может, зацепим еще игру. Николай, как бы ты отнесся к идее, если бы Konami поручили разработку новой косты From Software со всеми их дизайнерскими решениями, сложностью, зашло бы? Очень противоречиво. Я, во-первых, хотел бы посмотреть на такую игру. А во-вторых, мне не нравятся игры From Software. В-третьих, это все равно был бы лично для меня какой-то опять непонятный спин-офф, непонятно для чего сделанный. Потому что для меня сердце Castlevania — это Metroidvania. Двухмерные, в пиксельной графике — это то, что я предпочту любому из всех возможных вариантов Castlevania. А косплей и файтинг есть, и чего только нет. Я бы хотел, чтобы силы и деньги в рамках этой франшизы тратились на то, что мне больше всего нравится. Что-то будешь делать в эти времена. Снимать ролики и пытаться отвлечь вас от происходящего. Но отвлечь не с целью закрыть глаза, а просто расслабиться вечерком. Говорят, ты да-да, ты клячешь, правда? Ну, смотря как на это посмотреть, а ты отлетаешь в бан. Даже объяснять тебе ничего не буду. Я в начале стрима все объяснил. Кто хотел, пришел к началу стрима и все услышал. А мне такие подписчики, как ты, больше не нужны. Очень показательное время. Очень классный произошел перевод количества подписчиков в качество. Вот вы, мои подписчики, тоже любите говорить, что главное не количество видосов, а их качество. То же самое я теперь могу сказать про вас. Время показало, кто есть кто. Как говорит моя бабушка, весна покажет, кто где срал. В данном случае весна наступила. Вот это. Снайпер работает. Это вы кладете себе в карман. А на Сеге 16 бит было стерео? В смысле? Программно заложено при создании игр, а не эмулированное сейчас всякими модами. И было ли стерео на 8 бит? Смотри, твой вопрос не совсем правильно составлен по поводу 8 бит, потому что 8 бит — это что? 8-битных консолей было много. Наверняка ты имеешь в виду Денди. Но что такое Денди? Это не настоящая консоль, как и вот пиратская Sega. Поэтому отвечу на твой вопрос следующим образом. Привет, Коля.
Всех благ тебе и твоей семье и творчеству. Привет, Ваня, привет. Закинь на Тони Хоук Underground. Скучаем по комбарикам. Спасибо большое, закидываю с удовольствием, рад видеть. Отвечу следующим образом. Все лицензионные 16-битные консоли Sega Mega Drive и Genesis умеют выдавать и всегда умели выдавать стереозвук. Только первые модели спереди через вход для наушников, выход на наушники, правильно говорить, а вторые модели уже сзади выход на телевизор, через выход на телевизор. Пиратские клоны, которые продавали в России, всегда комплектовались монокабелем. И я, честно, не помню, умеют ли они выдавать клоны консолей стереозвук. Возможно, умеют. Просто кабель клали, самый дешевый, с моно. А возможно, и не умеют. Что касается консолей Famicom и NES лицензионных, ни одна из них не умеет в стереозвук, и, соответственно, игры тоже делались под моно. Ответ такой. В Infernox, кстати, буду тоже на стримах играть. Причем хочу пройти игру несколько раз, потому что там открываются персонажи, там есть даже персонаж а-ля Контра. А-ля как из игры Контра. И он бегает, стреляет в этой же самой игре, это кайфово. Бумеранг в этой игре имба? Да нет, нет. От клонов зависит, некоторые умели, некоторые нет. О, спасибо. Я, честно говоря, в клонах не силен. Это не моя спецификация. А стрим останется или также будет удален? Как и всегда, на канале Russian Geeks стримы любые мы... Что-то не удается это убить, урода. Удаляем через несколько дней и перезаливаем их для архива на стрим-канал, где их можно смотреть в записи сколько угодно раз. Так и знал. Я почему-то, когда проходил игру для выпуска... О, убил люстры. Эти... Все никак не мог привыкнуть к тому, что эти люстры есть. Напарывался на них просто бесконечно. Лиза, это кто, канал есть? Ты исправляешься, пишешь адекватные, хорошие комментарии. Хвалю. Лиза, это YouTube Pokédex. С одноименного канала YouTube Pokédex. Очень классный канал о покемонах. Мой друг, мой модератор на стримах. Спасибо ей большое, что помогает банить дурачков сегодня. А то в последнее время это астрологи объявили, и количество увеличилось. А, я вспомнил, это ж не так место проходит. Там, по-моему, наоборот, нижнюю бить не надо, и тогда ты присаживаешься, и все нормально. Коля, я всегда пишу адекватные комменты, ты меня хейтишь. Значит, у нас с тобой противоположные взгляды на жизнь. Bloodstained Curse of the Moon 2 не поиграл. Вот первую прошел. 2 я недавно хотел купить, когда уже отключили. Не смешно, на самом деле, нинтендовский eShop. Дурачков тут нет, инфа сотка. Ну, к концу стрима точно не будет. У Лизы есть видео про Снорлакса, я доволен. Тогда следующий стрим по Марио Саншайну. По планам в понедельник. А вот в следующую среду как раз возможно Infernox. Это бесконечный уровень, кстати. Ай. Да и пофигу. Ну это как вообще? Держись, я с тобой подписался на Дзене. Спасибо. Спасибо. Вот здесь как раз наверх можно залезть Эриком, убив глаза.
Почему аватарку на канале поменял? Потому что посчитал, что нужно поменять аватарку на канале. Почему-то у меня раньше не было проблем с перелетом здесь. А сегодня я в какую-то как будто бы прямо невидимую стену втыкаюсь. Во второй Curse of the Moon поиграй, он прям по-хорошему адовый. Да, конечно, надо, я просто тогда чуть подустал от таких игр и решил сделать перерыв. И пока не добрался. Ать. Мне пофигу на это мясо, чувак. Это вы кладете себе в карму. Я и забыл, какой-то блин. Спасибо за то, что делаешь. Надеюсь, мы все прорвемся. Вот это. Спасибо огромное. Это вы кладете вот сюда хочу. Себе в карму. Что там с водой? Николай, привет. Имел удовольствие с тобой лично пообщаться на праздновании дня рождения друга. Сейчас нагнал всю актуальную информацию. Силы терпения тебе и твоим близким. Ты хороший парень. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо, Димас. Даже не представляю, кто ты. Потому что не знаю на дне рождения никакого друга, но... Но спасибо. Это идеальное убийство босса. Какой длинный бесконечный уровень. Super Nintendo или Sega Genesis? Обе консоли. Я человек такой философии, который как раз-таки вообще против вот этих вот взглядов или-или. Я перерос эту систему мышления и перешел на систему мышления того и другого, и побольше. Вся прелесть. Это как, знаете, черепашки-ниндзя. Нет смысла выбирать любимую черепашку, потому что смысл черепашек-ниндзя в четырех различных типа характерах. Четырех различных персонажах, в которых каждый из людей в одном из них узнает себя. Это... Не знаю, как правильно сказать, психология или вот это вот социология, не знаю, наука о типах темпераментов. То же самое и с консолями. Суть консолей в их историческом пути. Их исторический путь заключается в том, что они все связаны между собой. Они конкурировали друг с другом. Если бы не SNES на Sega, Mega Drive и Genesis, многих игр просто бы не было, понимаете? И вот это вот рыночек, вся вот эта связь, все вот это вместе, оно и дало нам те самые вещи, которые мы так любим. А если тот рыцарь на колесиках свой пах потеребит? Вовчик. Ты видео костлу будешь делать вплоть до Adventure Rebirth. Да нет, последний-то у нас не Adventure Rebirth далеко. Последний-то у нас Castlevania Curse of Darkness Miracle of Fate, насколько я помню. Вот, я не помню. Я не помню тактику. Можно я открою свое прохождение на компе и посмотрю? Я ее подбирал очень долго. Очень долго я ее подбирал. Так, где у меня? Files, Gameplay, Bloodlines, Джон Моррис. Я просто вспомнить этот паттерн, потому что я с ним сражался... По-моему, дня два.
И это ведь не последний босс в этом уровне. Какой ужас. Там он легкий, если его подобрать. Бьешь направо, бьешь... А, там же еще по пустоте надо бить. Бьешь направо, и потом по пустоте, и уходишь направо. Все. Ай. И уходишь сюда. Он реально дебильный, еще по пустоте бить. Не получается сейчас. Надо поймать эту часть. Надо кнут держать, наверное. Как раз таки Джоном. Подольше. Точно. Точно. Все, я задерживаю кнут, бью сюда, ухожу. Все. Это был, кстати, хороший момент для демонстрации удержания кнута. Я все искал, искал в геймплее. Так и не нашел в этих часах геймплея нормальный момент, чтобы вставить в то место, чтобы было реально видно удержание кнута вот это вот в воздухе долгое. Это был хороший момент. Когда монтируешь, уже не все, конечно, вспоминается. Тут самая жопа догадаться, когда его убить. Я в такой растерянности вот был. Это... Его убить надо в пустоту. Это вы кладете себе в карму. В эту, не в пустоту, а в колонну, которая появляется. Но я думал, по головам надо. Привет, бить. Логично. Спасибо за обзор Castle Chronicles, моей любимой. Переигрывая на плойке периодически Bloodlands на своей Сеге проходил неоднократно. Спасибо за необыкновенный сегодняшний стрим. Спасибо за поддержку и за хорошие слова. PC Engine Duo у меня есть. И у меня есть PC Engine Duo R. Помимо нее. У меня есть все PC Engine консоли, кроме PC Engine Duo RX. Потому что ее я решил взять у хорошего знакомого патрона, спонсора канала Игоря. Сейчас я, скорее всего, завалю. В смысле, не пройду его. Такого количества жизней. Придется опять с маленьким кнутом побеждать ее. На тебя повлиял факт перемешанных имен и характеров черепашек. Не понимаю вопрос. Дама мотыль. Там сзади кокон, из которого она вылупилась. Детей своих распылять. Вот они пошли. А, ну вот опять. Люблю я вот прям почти убить. Коля может побеждать даже с маленьким кнутом, мужик. Вот сейчас пойду с маленьким кнутом побеждать. Ну вот что это за веревочка? О, ну хотя бы такая уже. Вот. Ой-ой-ой-ой. Взял и выбросил все топоры. Молодец. Один теперь у меня. Ничего, с полным хп это все уже совсем другая история. А сейчас большой подарок всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите.
Чего вы сидите? Идите, гуляйте. Владыка, ты еще немногих вселенных закидывает соточку на реквест. Что-то даже не успел детей раскуклить в этот раз. Скайсус Аркидия. Точнее, Скай, а не Скайс. Соточка. Так, последний уровень тоже, конечно. Жопа та еще. В случае блокировки YouTube я продолжу пытаться заливать видео на YouTube. Level Facts спрашивает. А если позволит VPN, прокси и прочие вещи, то да. Буквально 20 сек. Сейчас я окошко открою. Вот я прям даже не буду ставить заглушку. Не разбегайтесь, вот прям, правда, чуть-чуть. Раз, два. Так, есть. За инструкцию создания аркадного автомата огромное спасибо. Да, пожалуйста. Последний уровень. Блин, со стеклами там, конечно, место. Из перевернутым местом очень неприятно. Интересно, после конта у меня тоже 9 жизней будет с этого пароля или нет? Ой. А тут же и смерть, и Элизабет Бартли. И Дракула. Да, кстати, небольшой косячок допустил. Сказал, вторая форма Дракулы, когда в этой игре их по сути три. Но этот косячок не сильный. Это тоже скорее такая моя забывчивость небольшая. Да. Вот оно, это место. Это одна и та же платформа и там, по-моему. Будет обзор на PC Engine Mini. Я видел видеообзор от игрового уголочек. Как-то так его зовут. Кажется, это уютный подвальчик. Игровой уголочек. Но я хочу твое мнение, PC Engine Mini. Не будет, я решил себе ее не покупать. Зато я купил себе все оригинальные консоли PC Engine, кроме Dual RX, еще раз. Но это не меняет сути. Нет, это разные, по-моему, платформы. Сложно, сложно, непонятно, короче. Тихо.
Уютный подвальчик, игровой чуланчик, ретро-колдовка. Да, есть такое. Есть такое в нашем ретро-гейминге. Но на самом деле... Витя, по-моему, один остался из этих трех каналов-то. Что ж тут надо сделать-то? Не это. Тут прыгнуть надо. Одному из канделябров... А, да, вот точно, точно. Где-то здесь как раз жизнь вторая была, которую я нашел, но я ее особо не брал, потому что довольно лично мне было запарно ее брать, и опасно для жизни. Брать жизнь опасно для жизни. Понимаете? Вот это я зря сделал, я лучше вернусь, потому что здесь гораздо безопаснее это делать. Тут реально лучше получать и идти вперед, чем пытаться их перепрыгнуть, это слишком опасно. Так, сейчас будет... Даже еще пожестче момент. Ламповый чердачок. Какие еще вариантики для ретро-игровых каналов придумаем, которые никогда не откроются? А, тут была какая-то запара. Что он у меня присаживался, по-моему. Поэтому я прыгал по диагонали здесь. Это запара моего контроллера, походу. Сейчас посмотрим, будет такая проблема. Это я хорош, даже я сказал бы. Винтажный ларек. А, тут будет, кстати, интересная история. С чуваками, бегущими сзади, а потом в какой-то момент спереди побежал у меня, когда я играл. Это когда будет-то? А, спереди они бегут. А, блин. Все перемешалось. Вперед, зад. Так, вот тут бумеранг, хорошая тема. Сразу сбиваешь себе дополнительные камушки. Вот он сзади побежал. Я все перепутал, как обычно. Так, и вот он, Дракула. Тут можно, кстати, фармить всякие дела. К сожалению, не жизни. А, тут будут эти. Тут будет мясо. Надо вспомнить, какая карта. Мясо-то надо взять сейчас. Их две должно быть. Или одна... Одна. Это, наверное, вон та чаша. Нет. Это, наверное, вот эта тетя. Тетя. Наиболее запарная здесь гаргулья. Но у них гораздо меньше хп, чем при первой встрече.
сейчас мы эту горгулью суперударом будем гасить, пока он есть. Привет, скажи, пожалуйста, где можно посмотреть твои новые выпуски передач, если YouTube заблокирует? Переходите в телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм-канал, переходите на Boosty. Вот это. На аватарке есть кнопка «Подписаться бесплатно», это чтобы отслеживать новости. Там вы узнаете, где смотреть выпуски. Привет, Пиксель. Канал спасибо за прекрасное с видео на Яндекс.Дзен уже заведен. Уже много все ссылки, лет. Конечно последний же, в описании. Последний год я их с отцом смотрю, и благодаря этому мы стали ближе. Если это не какой-то кек, а правда, то это охрененно. Бате, привет. На. Блин, тут с таким хлыстом. Мы сейчас всем наваляем очень быстро. У тебя в описании нет ссылки на Яндекс.Дзен. У меня в описании сначала идет как жертвовать на стрим, потом описание того, как работают кредиты. Потом второй пункт с кучей звездочек, как работают игры по реквесту. Потом идет опять линия с кучей звездочек. Под ней спонсорские ссылки. На Boosty, Patreon, футболки с моим дизайном. Потом ссылки на мой основной канал и на мой лайв-канал. И затем идет запасная площадка для видео Яндекс.Дзен. Просто на стримах описание реально огромное из-за инструкции по пользованию кредитами, как работают реквесты на игры, потому что этими вопросами меня заваливали постоянно, и я написал большую длинную инструкцию. Под остальными видео, под новыми, которые я буду заливать, тоже будут на обоих каналах ссылки на Яндекс.Дзен. Ссылки на телегу были всегда под роликами. С тех пор, как я создал телеграм-канал. Вы же наверняка не первый день на Ютубе и знаете, что у каждого блогера в описании каждого ролика есть все необходимые интересующие вас ссылки. У меня не было видео по серии Шиноби. Я не суперфан Шиноби. Есть куча серий, которые я люблю гораздо больше. Кукушечка разбита. Шиноби был кто кого. По-моему, Шиноби не было кто кого. Какую-то из частей мы играли на стримах с Ваней в рамках Retro Game Gauntlet. Наверное, это был Master System. Samurai Showdown тоже вряд ли будет. Ниндзя Гайден был точно, я перепутал, прошу, сорена. Сорян, вам выдан. Все верно, Ниндзя Гайден был. Но Ниндзя Гайден я тоже вот как отдельную игру не супер люблю. Теперь осталось вспомнить, как завалить саму смерть. Это вы кладете
себе в карман. Нельзя просто так взять и не поддержать тебя. Привет из вечерней Нетании. Спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Всё. Блин, он бы меня сейчас завалил косой. Коля, что должен сделать, чтобы ты разбанил? Ничего, я никогда не разбаниваю. Платой за бан является необходимость вам заводить новый аккаунт, если вы хотите продолжать писать в чат. Это отлично работает как воспитательный элемент. Будешь спрашивать одно и то же, тоже бан за спам, потому что это ты у меня уже спрашивал, и я тебе уже отвечал. Некоторые люди, конечно, очень удивляют. Так, я сейчас не завалю ее даже в форме медузы, скорее всего, без... совсем без урона, да? Угу. Что прыгнуть сначала надо. Теперь вот это. Не достанешь, не достанешь. Мы это так называем. Ву-у-у. Ай. Не достанешь, не достанешь. Ну блин, я хотел. Ай. Так, ну вторая там вроде еще легче. Там надо просто до нее добегать и дамажить. Добегать и дамажить. От прямого луча можно приседом увернуться. Да, серьезно, я не знал. Я отбегал. Я просто не смотрю обычно чужие прохождения. Только редко. Когда сам прохожу. А и садится, соответственно. С маленьким хлыстом как раз тут и основная сложность. Коля, я специально не буду второй канал заводить. Да мне пофигу. Абсолютно. А вот если ее не ударить, там начинаются проблемы. А так босс легкий. Ну и под конец она еще будет не так очевидно перемещаться. Ну и побыстрее двигаться. Thank you.
муторная довольно-таки форма. Тебе больше нравится Castlevania или Ghouls and Ghosts? Конечно, Castlevania, Ghouls and Ghosts мне вообще, ну, как цельный продукт, как игра не нравится. Она смешная, она классная, классическая, важная игра в индустрии, но она мне не нравится. Николай, твой канал обязан жить. Спасибо огромное за поддержку. Благодаря всем вам, благодаря вашей поддержке, и поддержки особенно на Бусти, которая случилась недавно. Пока будем жить. Чем больше неравнодушных людей, которые не просто смотрят видео, которые читают меня в Телеграме или в тех соцсетях, где я рассказываю о самом важном, о судьбе канала. Не раз в 5 лет, а постоянно. Благодаря вам, небезразличным, канал может жить и может жить всегда. А там посмотрим. Пока держимся. Так, Дракула. Первая форма фигня, по-моему, просто берешь да и бьешь, как обычно. Вторая. Ну, разберемся. Надеюсь, тут есть чекпоинт перед Дракулой. Я подписался на твой Яндекс.Дзен. Спасибо, надеюсь, о стримах ты повестишь, если YouTube все. Само собой, Телеграм-канал Яндекс.Дзен в Бусти. Везде будет оповещение о стримах. На Патреоне, конечно, тоже будет. А то сейчас кто-нибудь придет и спросит, а на Патреоне? Просто Патреон превращается в ресурс для тех, кто не в России находится. Это важно понимать. Естественно, эта площадка тоже остается важной. Просто для большинства людей она теперь будет недоступна. Но для меня она работает. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Будешь рестримить в ВК? Через рестрим можно это делать. Тогда ВК сам будет продвигать твои видео. В ВК еще есть функция донов. Это как Patreon и Boosty. Очень удобная штука. Я вижу, что в ВК очень мало моей аудитории, которому интересно то, что я делаю. Я вижу, что ретро-гейминг в GTA. Да, все, я поехал. Давайте, я поехал. Увидимся. Я вижу, что ретро-гейминг на платформе ВК это вот в основном это любители желтых картриджей, для которых это вы я зазнался. Себе в карман. Клянчу деньги, купил рассказываю вещи из Википедии, и нахрен вообще не нужен, пошел я нахрен. Играть нереально, точка. Кто хотел купить, не покупайте, точка. Идея прикольная. Реализация фиговая, точка. Если дисковой живой, проще писать диски. Хорошо, спасибо. Поэтому в ВК я не хочу идти до самого конца. Это не все такие люди в ВК. Но это подавляющая аудитория ретро-гейминга в ВК. Большинство моих друзей, знакомых водка ушли из ВК в принципе, потому что ВК хорошо превращается во вторые одноклассники. Николай, постараюсь вам достать PS2 DevKit в качестве подарка. Ближе к осени. Как связаться по этому вопросу? С ума сойти. Но если такое случится, будет, конечно, очень круто. Связаться можно по почте. Почта находится в описании любого видео. Прислать тоже, к сожалению, можно только по почте. Сразу предупреждаю. Но почта там, курьерские доставки до отделения, всякие... Как он называется-то? Ну, в общем, СДЭКи и прочие вещи. Забыл, как называется. Через что Авито доставка работает. По поводу ВК. Вот, поэтому в связи с вышеозвученным
до конца буду стараться не перевозить видео и стримы в ВК. Только в крайнем и последнем случае. Если что-то изменится на этой платформе в связи с грядущими событиями, если там будет больше людей моих, моей аудитории, то все возможно. Или если они сделают хотя бы даже удобный формат хранения видео и стримов, потому что сейчас это тоже помойка. Боксбери, да, все правильно. Гу, Симфонию ночи, пожалуйста. На стримах я обязательно буду проходить Симфонию ночи, причем до создания выпуска. Есть у меня... Я недавно озвучивал это. Идейка. Вот так. Плохо. Супер Нинтендо. Хорошо. Спасибо, ребята, огромное за поддержку. Ты наш луч света в пятницу вечером. Нам всегда будет интересно смотреть твои видео. Продолжай. А мы поддержим. Да ладно, рано или поздно и я скачусь. Куда ж без этого? На самом деле у людей это меняются... Это вы кладете себе в карман. Мироощущения, интересы. Пробую первый раз. Кому-то из вас я обязательно надоем, и кто-то из вас подумает, что я уже не тот. Правда, это, скорее всего, будет значить, что у нас просто расходятся мнения. А раньше сходились, вот и все. Ну, хотя, возможно, я поеду кукухой, сойду с ума, или буду делать видео до 70 лет, а потом у меня начнется деменция. Такое же тоже возможно. Поэтому никогда не говори всегда. Да я шучу, на самом деле, больше. Вот это. Так, теперь надо вспоминать эту форму. Это вы кладете себе в карман. Угу. Не грусти, брат, и будь здоров. Спасибо большое. Коля, знаешь, за почти 10 лет вот не надоел еще. А представляешь, сколько людей, которым надоел... Их тысячи. Ой, а что это левая быстрее, чем правая двигалась? Так, ну понятно, как его убивать, я уже понял. После деменции сможешь по новому кругу из нас пилить. У меня, кстати, есть в планах ремейки, но до них надо еще добраться. Ремейки выпусков про Сегу, Мега Драйв, история... Про Nintendo 64 и, конечно же, про NES, которого, по сути, и не было. NES, Famicom, Dendy. У меня давно не было выпусков, ребят, про истории консолей. И я больше планирую так никогда не затягивать. Все дело в том, что я что-то осмелился на какую-то сумасшедшую идею. Собрать все консоли PC Engine для выпуска про PC Engine. И это, я вам честно скажу, того стоит. Потому что это как раз-таки та платформа, та консоль, у которой больше всего за всю историю человечества выходило разных, совершенно разных функционально, физически, визуально моделей этой консоли. И это так все интересно. Я очень долго, я больше года их собирал. Я потратил на это около 300 тысяч рублей. Суммарно. На консоли, диски, карточки, дополнения, аксессуары. И книгу, которую я очень долго ждал. Книгу на английском языке про PC Engine, чтобы ничего не упустить. Я ждал, пока ее выпустят, понимаете? Я просто знал, что она уже в разработке, и она уже была, продавалась на французском. Ребята анонсировали ее перевод на английский, и в связи с пандемией этот перевод сильно затягивался. Я все ждал, ждал, они ее откладывали, откладывали, она у меня висела в предзаказе. Ну, в общем, такая вот история. Прикиньте, я его победил, а он все равно меня ударил. И все, и вот... Голосование на Патреоне и Бусти эта тема добавится вот только сейчас. После этого я не буду так затягивать. Ага.
Ай-яй-яй. Блин, сложно понимать, куда эти штуки летят. Короче, это его финальная форма. Я сейчас буду тратить конты и попробую его убить. У меня 7 контов. Не 3, а 7 контов. Я хотел сказать, что если кончатся конты, то уже это... не буду его добивать. Но 7 контов я должен это убить. Вы кладете себе. Надо кнуть только нарастить. Спасибо тебе большое за ностальгию и эмоции, которых сейчас мало где. Хвост трубой. С меня подписка. Водка. Плохо. Супер. Спасибо большое, Андрей. Очень приятно. Фу, Коля, ты скатился и зазнался, не могу на тебя больше смотреть. На все твои мерзкие стримы с отвратительными играми ужас прям. Ну вот ты смеешься, а люди устроены именно так. Они же всегда в первую очередь ищут проблемы в других, а не в себе. Для кого-то я скатился в 2012 году, понимаете? Понимаете? Я помню этих людей, которые писали. Ну, дайте еще одну увеличилку кнута. Кстати, про PC Engine. На японской версии сайта PC Engine Mini есть много интервью с разработчиками оригинальных игр и про YS 1.2, и про Манджимару 2, и многое другое. Ради интереса. Да, спасибо. Спасибо, пригодится. Коля, верни прическу. Мы на стримах говорим: Коля, верни волосню. Почему волосню? Потому что именно так донат-бот ставит ударение в этом слове. Мне однажды написали: верни волосню, а он прочитал: Коля, верни волосню. Где последний кнут? Блин, не дает кнут, прикиньте. Чего их помнить? Подписчиков-то? Ну, это часть моей жизни. Ладно, давайте с таким кнутом. Коля, ты винил собираешь? Винил. Винил Винилович. Собираю, но вот с апреля не покупал ни одного. Апрель — это для меня судьбоносный месяц. Я начал переезд на студию, а потом в мае ремонт. Или в июне. Наверное, в июне. В апреле я переезжал, докупал сюда мебель, параллельно работал, параллельно докупал оборудование в новые изменившиеся условия. В мае мы собирались на переезд, разбирали мебель, искали людей, кто будет делать ремонт, не с первого раза нашли. По-моему, вот в самых там последних числах мая мы только поехали на дачу жить. Знаешь букву кино? Знаю. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Володь, спасибо большое. Так. Вы же не коттедж строите? Нет, мы делаем в трешке ремонт. Капитальный, под ноль. Пришлось даже пол разбивать в ноль и вывозить стяжку. Это вообще интуитивно, это все так возможно. Так.
Нормально, нормально. С второго раза, даже неожиданно. Я думал, подольше на нем посижу. Последний босс для меня всегда самая сложная штука, потому что, как правило, ты побеждаешь один раз, игра пройдена, и все. Я не киноман, прохожу игры по кругу там по 5-10 раз, чтобы выучить ее классно проходить. Я обычно прохожу один раз для выпуска, записываю геймплей, и последнего босса знаю хуже всего из-за этого, особенно его последнюю там форму. Но в этот раз я, кстати, два раза его проходил, потому что из-за Эрика, из-за Джона. Что, у нас еще целый час, классно. Какая из трех игр сегодняшнего голосования тебе нравится больше всего? Я не знаю, стараюсь не мыслить такими категориями. Впечатлило меня больше всего оригинальное шарповское Castlevania для X68000. Но с другой стороны, у версии Chronicles такой саундтрек охрененный, а в Bloodlines так клево, что игра сделана для двух персонажей. А SNES-овская так интересно выглядит своим разнообразием и своей такой долгой, длинной историей. Ну, точнее, огромным количеством уровней, 11 их там, что ли. Блин, и каждая из них по-своему хороша. Короче. Коль, если сегодня YouTube закроет, где найти твои ролики? В описании. Это. Подписывайтесь на соцсети. Telegram, Boosty. Это вы кладете себе в карман. Яндекс.Дзен. Да очень жаль, что все так выходит. Точка, начинал смотреть тебя еще, когда ты был похож на хиппи из 70-х, а точка, ничего что-то не было. В этом ничего было, и не было. Теперь много игровых каналов схлопнутся, точка, но не унывать, просто продолжай заниматься делом. Не факт, что схлопнутся. Не выдумывайте раньше времени. Да, вероятность блокировки YouTube огромная, но 99% того, что вы об этом думаете, происходит из-за того, что вы читаете фейковые новости. Так это пароли на изи были, походу. Не, там были пароли, которые я нашел. Там была огромная таблица в виде картинки. Миш. На Эрика и на Джона. На изи, нормал и эксперт. И на каждый уровень. И я набрал пароль от нормала. Просто... во всех этих вариантах, на каждый уровень, там написано rest 9, continuous 7. То есть 9 жизней, 7 контор. Так. Короче, мы не будем устраивать переголосование за игру, потому что вы проголосовали второй по популярности за Castlevania Chronicles. Но мы устроим голосование. Я поиграю час. Зато... в какую версию мы будем играть? Я предлагаю вам на выбор две версии. Мог бы предложить три, включая оригинальный порт игры для PlayStation. Но он имеет мало смысла. Поэтому я предлагаю два варианта. Оригинал для Sharp X68000 на эмуляторе. И Castlevania Chronicles в режиме Arrange Mod. С новым персонажем от дизайнера Алукарда, например, из Symphony of the Night. Любая версия, мне обе будет интересно поиграть на этом стриме. Интересно, пройду ли я сегодня плод. Плод, он... ладно, когда дойду, расскажу. Значит так, у вас на голосование, я как раз отдохну, 3 минутки. Нет, 5. 5 минуток, да, 30 секунд. Пишем... единичку, если вы за оригинальную шарповскую версию на эмуляторе. Двойку, если достаем PlayStation, болванку и играем в Castlevania Chronicles. А я пока расскажу, почему я не купил, кстати. Как вы знаете, я всегда в своих историях в приоритете ставлю оригинальные игры, а не их порты на других консолях, потому что разработчики всегда делают оригинальную игру. В современном мире часто разработчики делают сразу игру для мультиплатформы. Это правда. Но раньше, чаще всего, делали для какой-то конкретной консоли. В данном случае, очевидно, разработчики делали игру для Sharp. И поэтому, с исторической точки зрения, в первую очередь стоило бы купить игру для Sharp на двух дискетах. Даже если она, я не смогу поиграть в нее на оригинальном компьютере, просто чтобы показать комплект в программе. Но я охренел, сколько он стоит. Он стоит очень дорого.
Ребятки. После этого я подумал, ну, можно взять хотя бы Chronicles и тоже показать ее в выпуске. Да и в коллекции лишней не будет. И я тоже охренел, сколько стоит этот Chronicles. По-моему, Chronicles стоил 1015 за одну игру. Честно говоря, за эти 3 недели последние, конечно, цены сильно изменились, и ваша поддержка изменилась значительно. Мне вот на этом стриме только 38к задонатили, это с ума сойти. Но что раньше, что сейчас отдавать такие деньги за одну игру, это сумасшествие, на мой взгляд. 15 тысяч мне стоила самая дорогая Castlevania, которую я хотел себе в коллекцию. Это Castlevania как раз-таки для PC Engine. 14 тысяч она мне стоила. Castlevania Rondo of Blood. Я купил ее только за счет сотрудничества с компанией в Zen Market. Zen Market покупали у меня рекламу в ролике за 15 тысяч. На эти деньги я купил Castlevania. Она мне приехала, и я прорекламировал Zen Market за игру. За одну. И я тогда очень радовался, что у меня купили рекламу Zen Market за 15 тысяч, и как раз этого хватает на Rondo of Blood. Сейчас я понимаю, что купить Symphony of the Night, купить SNES-овскую Dracula X, черт возьми, скорее всего, это будет еще дороже. Все рекламные деньги на одну игру, мужик, это Life Goals. Ну да, я подумал, что как еще? У меня часто бывают такие истории, когда я беру и спускаю все деньги. Люди еще недовольны потом в комментариях, что реклама. Так. На Трово я не пробовал стримить. Подписывайтесь в телегу, на Бусти, подписывайтесь на меня в ВК, подписывайтесь куда-нибудь еще в описании по ссылкам, и обязательно не пропустите, если я выберу новую площадку для стриминга. Я захожу ко всем блогерам по вечерам, кто стримит. Там Гейминг за 30, Паша, Киноман, Женя Джаст, Евген, Виталик Беляев. Ко всем, на кого я подписан, их много, их десятки ретро-блогеров российских. И каждому на стримах каждые 10 минут сейчас спрашивают, где тебя искать, если закроют YouTube. Правда в том, что у всех ответ одинаковый. Все ссылки всегда у всех в описании, ребята. Это же все понятно. Коль, привет, канал будет жить, смотрю год с 2017-го, удачи в твоих начинаниях на Бусти, в скорых планах есть подписаться. Спасибо большое. Подписывайтесь сейчас обязательно, все бесплатно. Где-то в районе аватарки, я уже забыл, в левом верхнем или в правом верхнем углу, есть какая-то маленькая кнопочка, где можно не подписаться, а отслеживать. Таким образом, вы бесплатно подписываетесь на Бусти и следите за моей страницей там, как за текстовым блогом. Если посты будут появляться закрытые, вы их не увидите. Если видео будут появляться в раннем доступе, вы не увидите их первые 3 дня, пока они в раннем доступе. Ну или сколько там. Потом они выйдут в общем доступе, и вы их увидите. Вот это. На Бусти можно заливать видео, на Бусти можно стримить. Переходите на Бусти. Себе в карман. И, конечно же, Телеграм. Всем нужно пользоваться Телеграмом сегодня. Как на картридже Sega с ромами все регионы? Как на картридже Sega с ромами игр открыть все регионы. Смотри, если я правильно твой вопрос понял, ты заходишь на сайт какой-нибудь и скачиваешь. Смотри. Давай по-взрослому объяснять. Есть разные игры, которые отличаются или не отличаются в разных регионах. Например, на картридже Streets of Rage европейского, американского и японского региона залита одна и та же игра. Один и тот же программный код, который сам понимает, в какую консоль его вставили, и в зависимости от этого меняет название и показывает какие-то штуки. Есть игры разные, такие как Castlevania Bloodlines, Кровоподтеки, The New Generation, Vampire Kill. Кто-то бота купил ради этого. Ну и урод ты, чувак, который купил бота. Олег Керман,
неважно совершенно, какие предпочтения имеет в партнерах, отличный видеоблогер. Поддерживайте Олега. Короче, и нет ничего плохого в том, что ты написал. Повзрослей, маленький уродец. Да ботов кто-то купил. Короче, это нам не помешает. Не обращайте внимания, у него деньги не бесконечные, а это денег стоит купить ботов. Так вот, есть игры, такие как Косла, где в каждом регионе свой программный код на картридже. И вот когда ты в интернете будешь скачивать ромы, у Streets of Rage будет один ром на все регионы, и там будет в скобочках буква. Там, скорее всего, будет V или World. У Кослы будет три разных рома. Это Castlevania Bloodlines, это Vampire Killer и это Castlevania The New Generation. Три разных рома. Соответственно, Кослы, ты берешь все эти три рома, заливаешь на флеш-картридж, на флешку, вставляешь во флеш-картридж, и ты это... в меню выберешь уже сам, какую версию играть, какого региона на твоей консоли. А Streets of Rage, она всего одна. И код игры сам определит, какая у тебя консоль, и покажет тебе эту версию. 15К в нынешнее время. Свой ценник всегда нужно умножать на 3 и соглашаться на X2, если ты не знал. Слушай, ну без тебя разберусь, наверное, глупый я человек или нет. 15К у меня реклама стоила, когда я покупал Castlevania Dracula X. Кажется, это было год полтора назад, может, два. Мне кажется, писать, что кто-то гей, имея в виду, что это плохо, в наше время, это, ну, типа, как сказать, я идиот. Я самый глупый человек в этом чате. У меня банамет сломал. А нет смысла ботов банить купленных. Я тебе говорю, у него деньги быстрее кончатся, чем у тебя силы. А сейчас большой подарок всем мальчикам. Не обращай внимания. Девочки могут на 3-4 минуты. Так, ребята, сейчас будет перерыв. Идите. На 3 минуты. Идите, гуляйте. Это больше, чем в прошлый раз. Евгений Бондаренко закидывает соточку на реквест. Shining Force 3. Я как раз уйду на перерыв, и боты... успеют пролететь. Играем в оригинал на эмуляторе. Водка. Плохо. Вау. Супер Нинтендо. Хорошо. На МК Шалин Манкс. Спасибо большое, Нудификцайструм. Это супер донат. За него супер спасибо. Короче, перерыв 3 минуты. Я возвращаюсь, и мы еще примерно час до 22 играем в Castlevania для Sharp X68000. Понимаю, если у вас свои дела, не надо бежать. Спасибо, что пришли. Все остальные оставайтесь, еще проведем час отлично вместе. Пока на заглушке оставлю Bloodlines, чтобы что-то играло, какая-то музыка, звуки и так далее. Вернусь через 3 минуты.
Итак, друзья. Сешку мы отключаем. Сейчас, сек. Так, сейчас будем настраивать. Еще 5 минут. Отключаем плату захвата. И ищем эмуляторы Sharp 68000. Запускаем. Добавляем захват окна. А сейчас большой XM6. Подарок всем мальчишкам. Девочки могут на 3-4 минуты пойти погулять. Идите. Чего вы идите гулять? Rise of Dragon. Куста Яй закидывает 5 соточек на реквест. Закинуто. Чтоб у тебя пиписька отвалилась. Человек, покупающий ботов. Так, захват окна. Трансформировать. А что, сброс трансформации не работает? О. Так, размер. Давайте умножим на 2, чтобы все красиво было. 828 умножить на 2. 1656. Ага, конечно. Трансформировать, изменить отображение. И 583 тоже умножить на 2. 1166.
А это слишком много. Ну ладно. Тогда сделаем так и включим фильтр масштабирования точечный. Так. Теперь вопрос, как запустить игру. Так, надо еще запустить Joy2K, который биндит мой контроллер к кнопкам на клавиатуре. Плюс вставить обе дискеты в эмулятор. Пошло. Тут музыка прикольная на загрузке дискет, кстати. Вот она. Это музыка, которая играет чисто на загрузке дискет. Когда эмулятор читает дискет, ну, когда компьютер Sharp читает дискеты, игра загружается. Так, что-то все-таки масштабирование мне не нравится, фильтр. Более мутный, билинейный или точечный, но... Может, метод... О, метод Ланцеша, наверное, лучше будет. Музыка из какой-то игры. Это музыка, которая... Ну, как в Спектруме, знаете, когда игра подгружается, и... она может показывать графику и музыку, когда она еще грузится с кассеты. Также здесь и с двух дискет игра грузится. Эта музыка тоже классная. Где найти еще две версии мелодии к этой игре? Ну, на Ютубе, во-первых, я видел разные версии. Во-вторых, по-моему, в эмуляторе XM6 Pro 68K, которым я пользовался, по-моему, можно подключать, переключать эмуляцию разных звуковых модулей. С Витей Карасевым с канала «Уютный подвальчик» я дружу. Так, ну, наверное, давайте сделаем покрасивше. И все-таки обрежем лишнее. Сейчас запустим. Это мой сейф. Если игра вот в таком окошке, то может и X2 лучше сработает. Давайте еще разок достанем калькулятор. Все ради красивого отображения картинки. Ведь тут окошко почему-то получается. Так. Трансформировать, изменить отображение, сбросить. 828 на 2656. 583 на 2. 1166. Вот. Если... Да. Если отрезать лишнее, то как раз получается все очень красиво. Все очень красиво. Сейчас мы еще фильтр масштабирования отключим. И будет... Или точечный поставим. И будет просто красота. Просто красота будет. Фильтр масштабирования... Отключить. Так, нет, так мутно. Фильтр масштабирования точечный. Во! Идеально! Каждый пиксель превратился в 4.
и все четенько. Думаю, вам даже через сжатие стрима Ютуба это видно. Блин, так с одной косты на другую, конечно, переключаться. В дерево тут красиво молния, блин, оно горит. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Не хотел бы говорить про зеленых человечков, но все же не делается. Делается к лучшему. Больше позитавы в студию. Спасибо. Но сейчас такое время, когда, в принципе, быть позитивным очень тяжело. Я бы сказал, невозможно. Но когда кукуха от новостей слетает окончательно, бывает, что и посмеешься даже. Спасибо за поддержку. Вместе уж точно с вами веселее, чем без вас. Ай-яй. Крутая картинка. Многие стримеры ретро-игровые, берите на вооружение, если смотрите этот стрим или в записи. Ваша картинка... Вот эта картина красивая, кстати. Ваша картинка может быть абсолютно немутной на стрим, если вы играете. А вы чаще всего играете на эмулятор. Просто ее нужно правильно отмасштабировать в самом OBS. Цельночисленное умножение, правильный фильтр масштабирования, применимый к правильной консоли, творят чудеса. Собственно, задачу, которую выполняет апскейлер, вы просто должны ручками в настройках правильно. Чё, горбунов вызываем? Просто это очень смешной момент. Я так обосрался первый раз, когда они на меня повалили. Разобраться с глазом. Сейчас я только выбью. Она мне не нужна. Падла вообще не заканчивается. Ты порно-боты и просто боты. Ну ладно, не обращайте внимания. Все, что нужно, им это внимание. Но и апскейлер тоже нужно уметь настроить. Я долго страдаю, пока каждую новую консоль в SSC настраиваю. Ну, это правда. Глаза летающие здесь что-то слишком бесячие. Но их мало. Горбуны — это боты. Это смешно. Я их Игорями называю. Хоть Игорь — это и один горбун. Тот самый, который вместе с Франкенштейном. О, крест. Далее. Тут если вниз спуститься, присесть, дадут призы, как в первой костле. Но нам эти призы менее важны, чем дойти с большим количеством жизни. И тоже их играем себе зло. Ну, если играли просто даже во всякие там поздние костлы 2D-шные, где есть бестиарий с именами... Там видишь этого Игоря и уже не можешь от него отказаться, потому что, ну, это тупо русское имя. Смешит. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Почему до сих пор 150 человек не подписалось на Boosty за стрим? Поднажмем. Ребят. Я думаю, Серег, уже большинство как раз та целевая аудитория. Не целевая. Короче, наиболее небезразличная к тому, что я делаю. Она уже давно там просто.
Блин, вот эта мышь, она лютая, на самом деле. Хоть и не сложная, но вот сбежать вот от этой толпы и на... Да. Музыка. Обожаю. Их еще можно уничтожать, этих мелких мышей, но это нифига не помогает. Слава богу, здесь да, урона гораздо больше получает враг и гораздо меньше ты, чем в оригинальной NES-овской фамикомовской карте. Ну, вроде получается даже лучше, чем при первом прохождении. Сорян с деньгами, пробую. Вообще не вопрос, ребят. Ваше, конечно же, благополучие важнее. Все, вся эта поддержка только для тех, кто может себе это позволить. Я им помыслить не могу о том, что там кто-то что-то там мне не задонатил, не подписался, и он козел. Нет, ни в коем случае. Таким меня почему-то любят выставлять. Вот. ВКонтакте в основном как раз вот то, о чем я рассказывал. Подписчики других дружественных мне каналов, моих друзей. Совершенно другая какая-то аудитория, которые, с которыми мы играем в одни игры, но в голове у них совершенно другая история. Опять же, говорю просто по факту. Всех люблю. Короче, плод. Плод же в этой, по-моему, в этом уровне. Плод — это история совершенно странная. При первом прохождении и единственном моем, я плод прошел, я не знаю, с какого раза, ребят. С 15-го, может быть, 20-го. Я так заколебался этот уровень проходить, чтобы пройти плод. Что происходит потом? Я запускаю эту игру на PlayStation и прохожу плод с первого раза. Я запускаю Castlevania Chronicles, ну, Arrange мод. И я тоже прохожу его с первого раза. Я просто в шоке. Я вот поэтому не знаю. Сейчас я могу... до конца стрима засесть в этом уровне, а могу пройти его с первого раза. Вот. Прикольно, не удар вниз. Еще так далеко бьет. Тут, кстати, тоже где-то был... была... штука. Вот. Но я ни разу эту корону взять не смог. Я вот... А! О, взял. Потому что мышь откинул почему-то вперед. Я вот перепроходил этот уровень и все пытался эту корону взять. Как ты относишься к 3D играм в этой серии? Вот ни в одну не играл. Ни в одну не играл. Такие... Я много Castlevania еще не проходил. Это моя вечная проблема, то что я давным-давно решил, что... О, вот по этой игре я сделаю... серию роликов исторических. И из-за этого я переставал играть в эти серии. Как ты про корону узнал? Просто... Фак. Просто присел в этом месте. Ну, про то, что такие призы в этой игре, в принципе, есть, я узнал в первом уровне как раз... Что? Вот этот росток можно бить? А зачем? Зачем? Прикольно. Копчик. Ну я не то нажал. То, что призы есть, узнал в первом уровне, как раз таки там, где мерманы. Поверху пойдем. Просто потому что я допрыгнул. И потом начал их просто искать в привычке. Садиться тут и там. Особенно, когда много раз уровень переигрывал. Потому что иногда играешь для геймплея с надеждой, что ты это оставишь. Вот это, кстати, я видел, что он пригибается. От удара. А вот тот хвост не видал. Вот, иногда играешь для геймплея и стараешься играть красиво. Иногда знаешь, что ты просто учишь уровень и начинаешь искать секреты.
пить. Там, по-моему, справа тот чувак, который раздает бонусы. И у которого я выбил только лишь сердечко. Видео. Мне показалось, это смешной момент, я вставил, что именно сердечко я выбил. Кстати, это напоминает, во-первых, продавцов из второй костлы, во-вторых, это тоже напоминает смерть и босса из контры с крутящимися штуками. Что мне надо? По сути, мне надо квест. Но выбил я деньги. Какая, по твоему мнению, лучшая версия Rondo of Blood? Я на данный момент проходил только ремейк для PSP целиком. Поэтому надо еще поиграть. Кстати, ребят, часто под выпусками пишут. Да, я помню, я здесь уже так же накалывался. Плот слишком поздно приезжает. И кажется, что там внизу, скорее всего, есть какая-то почва. Крест тоже видели, как сделали подло? Если сразу не бежишь, ты его не возьмешь. Короче, что хотел сказать. Сейчас под выпуском пишут, а вот почему ты не рассказал про вот ремейк от игры там из какого-нибудь 2010 года или сборник Castlevania Anniversary Collection. Также мне будут писать про Castlevania Requiem сборник. Я рассказываю про историю, соотносясь с годами выхода. Этот сборник вышел спустя десятки лет, тот или иной. Значит, чего-то ценного для рассматриваемого периода там, скорее всего, не будет. Единственное, что ценное бывает, это когда кто-то закосячил какой-нибудь перевод, а потом исправил спустя много лет, например. Или, например, в Castlevania Requiem самое ценное в том, что впервые Rondo of Blood, который всегда был таким неким неофициальным фанатским переводом названия игры, стал официальным. Вот такие вот вещи, они могут быть ценны. Сама по себе игра со всеми там бонусными материалами, если это будет интересно и будет что-то стоящее, мы об этом поговорим, добравшись до этого времени. В той же самой истории контры про Anniversary Collection я рассказал. И рассказал согласно временному периоду. Отломилась. Как называется игра? Akuma Joe Dracula для Star X 68000. Теперь опять с маленьким кнутиком. Трансильвания. Игра называется Трансильвания. Лего Артём, конечно, повеселил. Красавчик. А глюка с этим плотом у тебя не было? Нет. А какой глюк у тебя был с плотом? Я, правда, хрен сейчас увижу твое сообщение. Как тебя зовут? Арчер Нарринтон. Возможно, я попробую увидеть твое сообщение, если ты ответишь. Главное идти. А PS1 тут бревна в разные стороны раскачиваются. Тут легче, походу. Так и тут в разные. Босс дракон не такой сложный. Сложно пройти плот и потом еще вовремя пропрыгать все это дело. Оно грамотно запрограммировано, летит всегда так, что ты можешь пройти, кажется, что они со всех сторон, но они совсем-то тебя, вот каждый же не плевок не делает, только определенные. Так, ну вроде он легкий, тоже спамится вполне.
ему просто очень много ПП снимается. Вот это, конечно, звук напоминает костлу с Амиги, помните? Там тоже такие звуки, как будто постоянно посуду бьется. Так, ребят, я тут вспомнил, что я немножко не собрался на завтра. Мне нужно вещи тут собрать. На 5 минут буквально раньше стрим закончу. 21:55. Прошел с первого, так скажем, конта. Плод. Это очень даже неплохо. Так, вот здесь очень подлые деревья. Зато музыка классная. Он у меня был тупо пропал после уничтожения главы льва. Не, у меня такого не было, прикольно. На какой приставке игра? Это игра на... Вот они, подлые деревья. Это игра для компьютера Sharp X68. Это вы кладете себе в карман. На маленьком плоту. Жалко, мужик не умеет петь, донатный. Эти чуваки так странно привстают перед тем, как выплеснуть свою гадость. Сколько времени понадобилось проходить эту игру? Слушай, не так долго. Дня за два я ее прошел, и на третий записывал еще вот эти штуки с временами года. Но это был полноценный рабочий день, как обычно у меня по 8 часов, да? То есть это не было сел поиграть, пока не надоело. Для меня это работа. То есть 2 дня, но чем были просты Castlevania 4 и вот это, тем, что они сохраняют тебя после каждого уровня, и количество контов у тебя бесконечное. А вот с Bloodlines за 2 персонажей с конечными контами это было 1-1.5 недели. Сейчас будут эти лучнички. Прикольно, что они тоже появились в этой игре, эти лучники. Это же тоже очень распространенный враг в будущих костлах. Такие разные лучники, статуи, не статуи. И вот уже в Bloodlines они есть. Эта версия реально чуть легкая слишком. Да, да, да. На PlayStation усложнили. Игра очень классная, выглядит столько всяких деталей на уровне всяких анимаций. Да, ее прям вот прям с любовью сделали. Немного коричневых цветов. Ай, это жаба. Это вы кладете себе в карман. Я тут подумал и решил, может, донат мне деньгами, а сахаром перекидывать. Дама. 4 песочных дамы. Блин, сахар — это, конечно, беда. Самое грустное, что сахар как раз у меня закончился дома именно в этот период. И я, ничего не подозревая, пришел в магазин, увидел пустые полки, взял предпоследнюю пачку рафинада, последнюю оставил. Вот тут ты такой начинаешь, такой, а что делать, куда идти? Они, наверное, хотели вау-эффект такой создать, чтобы ты не понимал, куда идти. А тут по таймеру отваливается платформа. Возможно, такой элемент обучения, чтобы ты поскользил немножко и понял, что к чему. Вот она реально отваливается по таймеру. Беда в том, что здесь же чекпоинт, и начиная здесь после смерти, ты каждый раз ждешь, пока у тебя отвалится по таймеру эта фигня. Я сейчас на уровне со льдом сохранился после той подлой колонны.
Нас рафинат не трогают, только песок сгребли. У нас все сгребли. Так, ёкнутом. Блин, Миша, где ты был всю эту жизнь? Спасибо, клево, что я не знал. Клево, что я не знал, получилось. Ой, ты же не умеешь бить вверх по диагонали. Ты же не Саймон из Костлы 4. Кровь на льду красиво выглядит. Ай. Вот это вот тоже что-то фаллическое странное тут живет. Я вот не знал, что она сама по времени ломается. Як. Ну, значит, другая у меня теперь догадка. Я вот себе нафантазировал, что они сделали это для вау-эффекта. Но, видимо, они сделали отвал по таймеру все-таки для того, чтобы люди такие тупые, как я, которые не догадаются, нашли выход. Игори. Там какой-то вампир в этом, в позе Хана Соло. О, все, отлично, жизнь дали, можно жить. Фраза получилась шикарная. Жизнь дали, можно жить. Так, ну чё, ледяной чел. Ну, у меня завалит 4 полосочки. Эть. Да еще я... Да что-то он меня снимает, так, блин. Да, может, и завалим. Дальше там не всю игру так... Хотя вот игра-то тоже мне нравится. Вообще этот уровень, конечно, я тоже далеко не с первого раза прошел. Вообще далеко. Да, боссы орут тоже смешно. Классный уровень. С плачущей статуей. Ой, здесь будет этот фресочный ублюдок, который благодаря моим замечательным сведущим подписчикам я теперь знаю, что он не фресочный, а витражный ублюдок. А еще один классный подписчик заметил, что Haunted House — это аркадная Castlevania, тоже был босс, который собирается из разлетевшегося витража. Я про такую деталь забыл, честно говоря. И очень круто, что вот вы, комьюнити, помогает замечать такие штуки. Было приятно удивиться. Под эту мелодию все эпично происходит, это правда.
Там был действительно предельно тупорылый босс в Haunted House, хотя там, наверное, других там и нет. Вот это. Это вы кладете себе в карман. Сделай, пожалуйста, обзор на игру Nintendo Etso Auditory. Чуть знакомое. Слушай, я как-то это стараюсь выбирать то, что мне ближе, а это я не совсем знаю, что такое. Просто нельзя просто так взять и сделать на рандомную игру обзор. Все-таки должно что-то лежать к ней, что-то должно, понимаешь, о чем я? Да блин, ты чего? Сейчас начнется полигон для тренировки ниндзя. Ну тут реально просто, и сам платформинг тут простой, и... Ай, прыжок, хотел показать вам, что регулируемый, как это сказать, просто контролируемый. Все, Коля, пока рад был тебя видеть, что все в порядке, до встречи. Да, насколько это возможно, в порядке. Это японка. Оригинальная игра выходила только в Японии. Именно в нее и играем, да. Вот эта штука, кстати, не убивается на удар. Это я узнал, знаете, когда? Сейчас. Потому что я на них не напарывался, по-моему. Да блин. Это как киса мяука. До встречи, Контра X. А, это не мне. Я ходил чуть запутаться. Теперь на чем играем? На эмуляторе Шарпа. Но тут без дамага я не знаю, как пройти. Видимо, вот так. Давайте идите туда в кучу. Не-не-не, оба туда. Вот это. Так. Это вы кладете себе в карман. Братан, а ты играл в Final Fantasy 6? А если нет, хотел бы. С одним из лучших злодеев в видеоиграх. Одна из немногих номерных Castlevania, в которую не играл. Давай на нее добавлю этот сатен, там люди тоже накидывают. Я пятую, кстати, проходил на стримах впервые в жизни. И вот и в шестую тоже с удовольствием поиграл бы. Очень близка стилистика этой игры, мне очень нравится. Я много раз ее запускал для тестов всяких там консолей, эмуляторов и прочего. Мне очень нравится начальная заставка. Вот он, этот урод. Я не знаю, как его проходить по-человечески, не дамажить. Так, это, на этом, кстати, все не заканчивается. Он начинает у тебя осколочки кидать еще полчаса целых. Вот медузу я каким-то образом убил, вообще не задамажившись. Это в ролике вроде видно даже. Я просто стоял на месте. Вот сейчас задамажила. Я просто ее вот так спамил. Но сейчас не вышло. Я не понял, почему мне удалось. Там в ролике видно, когда я ее бью, она вертит своим постом и не попадает в него. Может, как-то так вот удачно встал. Так, у нас 10 минут. А
А, кстати, блин, время я уже не возьму. Еще классный эффект, я только сейчас осознал, что нигде в ролике это не показал. Я вообще часами не часто пользуюсь. Буквально разок-другой пользовался, проходя эту игру рандомно. Ну вот здесь прикольный эффект, когда ты замораживаешь время, там, ну не то, что, как я правильно сказать, ну хочется сказать, что вот фильтр накладывается на весь геймплей, кроме там героя и чего-то еще. Поиграй на Final Fantasy 6. Спасибо за такую огромную поддержку, спасибо, Сергей. Не знаю, когда-нибудь будет ли актуально по поводу Core Graphics. Так сильно я затянул. Но я тебе напишу еще. Если будет актуально. Но если не актуально, ничего страшного. Какие-то времена бешеные. Спасибо тебе. А так я все помню. Просто у меня какой-то бесконечный груз накопленной ответственности и бесконечный некончающийся ремонт, который не дает мне жить. Мы просто с Сергеем давно общаемся. И есть определенные договоренности. Серьезно, я не знаю, как от него уворачиваться. Ну, благодаря... Собственно, игра так построена. Здесь настолько мало снимают тебе здоровья за получение урона, что чаще всего, проще всего спамить удары. Собственно, эта игра-то, она и построена по лекалам фамикомовской костлы. И заключается она в том, что играть вам не так уж и сложно. И проходите вы игру, сохраняясь после каждого уровня. И вот видите, какое первое прохождение здесь сделано... простое. И после первого прохождения идет второе, третье, четвертое, игра усложняется. В этом ее смысл. На самом деле, вот именно вот этой версии 100%. Проходить ее снова и снова на шарпе по кругу в усложненном варианте. Там, кстати, есть еще одна пасхалка, о которой я не стал рассказывать, потому что она технически не такая интересная, как пасхалка с временем и временами года. Но она есть. При определенном прохождении, что-то около 6-го, на YouTube есть в очень плохом качестве видео этой пасхалки. В последнем или предпоследнем уровне, там, где много зеркал перед Доппельгангером, скорее всего, это предпоследнего. Вы идете, и в одном зеркале, по-моему, отражается скетч, изображающий Саймона Бельмонта, который курит. И через какое-то время он пропадает. То есть его еще надо быстро увидеть. Но это такая шутка из разряда «О боже, сколько можно проходить эту игру по кругу». Я так понял, вот так. Что у нас 5 минут, но вот как раз этот уровень я и не пройду. Вот в нем я сидел, ребята, ну полдня точно, может больше. Во-первых, выучивая вот эту историю с этими шестеренками, которые здесь катаются. Во-вторых, мучаясь с боссом-оборотнем, который для меня был отнюдь непростой задачей, я вам скажу. Далеко не с первого раза я его прошел. Удалось, по-моему, если не ошибаюсь, пройти, когда мне рандомно повезло получить пауэрап с лечением, эту веточку. По лору Кослования, что за шары после боссов спавнится, как мощи боссов Мегамена, только почему-то способности... Да черт его знает, честно говоря. Вроде нигде ничего не было. Коля, ребят, заполнили тяжко. Да, я заметил, вы сумасшедшие. Я об этом ничего не говорил, потому что все равно конец стрима скоро. Я как раз об этом и скажу. Вы... Цифра была поставлена, во-первых, рандомно. Я не рассчитывал ни на что. А вы безумцы, ребят. Вы безумцы.
Вы очень крутые. Вместе с Бусти 2 месяца, я думаю, я спокойно могу делать контент. Вот он, время. Вот, смотрите, какой фильтр. Он накладывается такой сепией сзади. При этом остаются спрайты и героя, и врагов типа меня. Тоже прикольная идея, красиво. Ладно, ребят, на этом, наверное, и закончу. А, хотя нет, подождите. Давайте еще 3 минуты. Я думал, сначала уровень будет. А отсюда давайте еще поиграем. А, как раз последняя жизнь до Game Over. Я вообще еще на первом конте, кстати, я же жизнь просто получал. Скажи, что Супер Нинтендо, нету Супер Кослования 2-3-1, а есть только 4-я. Коля, пожалуйста, заметь. Я в ролике историческом ответил на этот вопрос, даже не отвечая конкретно на него. Почему? Потому что эта игра называется Акумаджол Дракула. А локализаторы решили сделать так, чтобы игроки подумали, что это продолжение третьей части. Часто ответ кроется совсем в другом. Часто ответ в принципе не нужен. Достаточно знать историю. Так, может быть тогда сделать вот так? Я, наверное, это тоже с дамагом проходил, потому что что-то нет. Водка, плохо. Спасибо огромное. Хорошо. Естролифе жиры. Спасибо большое, неизвестный. В общем, эту игру конкретно для Шарпа на эмуле, не в версии Кроник, советую пройти. Кайфовая, очень кайфовая. А, я забыл про них. Неужели я дойду до... Нет, вряд ли. Водка. Вот этот участок самый демон. Тенда. Хорошо. На первую дюну. Удачи во всем. Да ладно, на первую. Как мы в нее играть будем? Там же непонятно. Ну давай, добавим. Без проблем. О, она даже у меня есть в списке. Уже кто-то донатил. Так, у меня минута, и надо слить жизнь или пройти уровень. А вот это именно то, о чем я говорил. Она сильно отличается от оригинальной версии в Castlevania Chronicles. Она отличается сложностью. Я, кстати, вот туда запрыгнуть, по-моему, так и не смог. Где 5 свечей. Тоже кучу времени потратил. Но сейчас нет времени. Там ударяешься башкой об верхнюю штуку, и все. Короче, Chronicles очень сложная. Та же вот самая версия оригинальная, но она усложнена так, что многие не осиливают. У меня не было времени проходить ее целиком. Да и желания. Оригинал всегда ценнее. Ой-ой-ой, все время забываю про них. Пройти, помню. Ага, но здесь присесть нельзя нормально, чтобы их отпинать.
Да ладно, я что, реально дойду до... А, как его там? Ну как эти люди называются, которые зверей превращают? Да оборотни? Да ёб... ПРСТ. Вряд ли его убили с таким количеством. Друзья. Вот это максимально подло здесь сделано, если ты уверен, что это просчитано. Если ты срываешься, ты летишь на... Три нахрен этажа вниз. Наказан. Как же это место тут пройти? Может быть, кинжалом? Кстати, по-моему, тут единым целым являются эти две руки. Водка плохо. Спасибо, дядь Саш. Спасибо за... Вот, вы увидите анимацию превращения, она кайфовая. И спасибо за лучший контент в ру-сегменте. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо, ребят, за моральную поддержку. Тоже отдельное. Вот этот первый период, конечно, лучше просто пережить и не лезть. Но пережить его непросто. Очень уж долгий он. Потом со стрелками в руках она, конечно, он оборотень или она девушка уже гораздо снисходительнее. Все, спасибо огромное. Меня без двух минут, поэтому долго прощаться не буду. Вы суперские, вы огненные, вы самые лучшие зрители. Тех, кого забанил, это не касается сегодня. Вы не очень, но вы можете исправиться, я вас тогда тоже буду любить. Будьте добры друг к другу. Хватит изливать негатив, его сейчас в сети очень много. И в целом вы все знаете. Ссылки в описании. Не потеряемся. Тем, кому нужен, найдут. Лизе отдельное спасибо за модерацию, за то, что все это выдержала. На YouTube Покедекс канал, подпишитесь, если нравятся покемоны. Канал замечательный. Вот, все. Всем пока. Топ-донат, кстати, стрима, уполз. Я забыл этот никнейм, я всегда отдельно благодарю. А он как назло упал. И даже в игре показали время, которое сейчас в школе. Да, кстати, последняя история. Д-мар-д. Вот. Последняя история. Время в эмуляторе, которым я пользуюсь, берет его из винды. И когда я узнал об этом секрете с временами года, я, кстати, его нашел очень глубоко в интернете. Очень глубоко, супер глубоко. И я когда узнал, я такой, так, нам нужно теперь захватить 4 времени года в этой игре. Не было никаких видео и картинок в интернете об этом. Эта игра слишком редкая для Шарпа. Это даже не Chronicles, понимаете? И я... А в Chronicles по-нормальному это все не работает, фишки со временем. Поэтому я сначала в эмуляторе искал, как там в этом, в операционке поменять время. Потом я понял, что там этого нет. Я в самом эмуляторе искал во всех настройках. Потом до меня доперло, что он берет это из винды. Я уже в винде менял, отключал синхронизацию с интернетом. И 4 раза доходил до этого места в этом уровне, чтобы захватить это место. Специально для ролика. Вот это вот... Вот эта информация об этом, об этой пасхалке, она очень редкая. Я очень рад, что ее нашел где-то просто на задворках древних, знаете, вот этих рукописей на бересте. Вот эти вот
какие-то текстовые геймфаки без картинок, без всего, вот эти вот оформленные всякими скракозябрами, украшательствами, текстом. Ну, в общем, кайфово, что у меня это в выпуске есть, потому что это реально редкая штука. Всем пока. Рад был вас видеть. Thank you.